Эфир? Так я думаю, он уже закончился. Эфир, правильно понимаю? Здравия желаю, дамы и господа. Полковник Бусеренко решил вас сегодня побеспокоить. Ребят, сегодня мы собрались в очередной раз своего братишкина, мы с нашими ребятами, для того, чтобы узнать, у кого как бы хуец побольше. Ну, хотя, очевидно, у кого побольше, но все-таки мы решили проверить. В прошлый раз, ребят, как вы помните, Вова Братишкин напихал нам за щеку писек, блядь, своих и его команды. В этот раз, надеюсь, такого уже не повторится. В этот раз мы играем в Valorant, и в этот раз мы надаем им попочку, блядь, и зальем спермы их поясницы. Ребят, хочу сказать одну важную вещь. Кокос, соси письку. Ребята, я хочу поблагодарить Invasion Universe за то, что предоставили нам вот эти вот балдежные компьютеры. Спасибо им огромное. И этих компьютеров, кстати, 10 штук, и мы сегодня будем на них играть, и в Valorant на них 1000 FPS. Снимаем? Ладно, это не ролик, это стрим, если что. Да, Вов, садись. Ребят, давайте потихонечку буду представлять вам составы команды. Я в эту камеру работаю или в какую? И наш главный участник команды Наталья Спирникова. Пацаны, идите поздоровайтесь. Дайте я вначале свою команду представлю. Идите ко мне. Привет. Ты чисто массаж, знаешь, чисто наш спину разминать сзади, блядь, сидеть. Ребята, это моя команда, блядь, лузеров ебаных, блядь. Те, кто сосут и сосали, и будут сосать, блядь. Мы вообще-то сегодня ебать будем. Сегодня будем ебать, а так вообще вот сосать будем. А вот такой расклад, ребята. Для тех, кто не знает, кокос — мелкий хуй. Уебок, который опоздал на 7 часов. Второй уебок, который опоздал на 7 часов, Сережа достал. Но на Сережу не гоните. На сцену, нас просят. А Александр Пока. Ладно, шутка. Кирилл Пока, Кирилл похуй. Вообще поебать. Вот. И Караваев Вадим. Караваев Александр только что переименовался, жесткое переименование произошло. Вот, ребята, и это наша команда, с которой мы сегодня будем ебать, трахать сыр, вертеть жопы. Теперь, я думаю, есть смысл позвать Вову Братишкина на сцену. Вова! Вы можете, идите. Здорово, ребята. Мама, привет. Я в интернете. Сейчас Вова подает, просто он что-то хуй забил. Вова! А, он писает. Ну, он писает, ребят, наверное. Так, что только сказать? Бля, пиздец, а что делать-то, ебать? Он писает, блядь. Сказать нехуй. Давайте тогда запрестали вам. Бля, пиздец, реально. Он писает, да. А что делать? А я пописал, бля, я пописал, нахуй. Блядь, а покакал ли я сегодня? Философского характера вопрос. Давайте. Не знаю, давайте позовем то какого-нибудь другого представителя. Ребят, команда Братишкина. Кто-нибудь попиздеть со мной не хочет? Ну, хоть кто-нибудь, блядь. Макс хочет попиздеть, ребят. Микрофон Максу. Дай бог ему здоровья, хуя твердого в жопе его. Здравствуй, Макс. Добрый день. Здравствуйте, вечер. Уже вечер. Да. Ну что, Макс, как вы расцените свои шансы? Точнее, выиграть в Valorant. Сколько не заходил в Valorant? Это не важно. Ну, я всегда подкован в киберспорте, блядь. Ну, мы тоже будем стараться. Конечно, у нас команда по полгода не заходила в Valorant. Ну, ничего страшного, блядь. В любом случае будем стараться. Вот. Ну, твои трезвые шансы. Трезвые, но... У нас есть Норберт, а у вас есть вся команда. Ну, посмотрим. То есть один против пятерых. Ну, да, у нас либо один Норберт, либо у вас вся команда. А, кстати, какая камера сейчас рабочая? Информации такой не присутствует. Говорю, короче, две камеры. Кстати, Норберт, ребята, будет принимать 27 числа участие в нашем шоу-матче против Virtus.pro, на котором я всех жду, 19:00 по московскому циферблату, ебать. Просто попочки полетят нахуй, как сыр, ебать. Знаете, как стружка сырная, ебучая, блядь. Знаете, такая пармезановая, блядь. Слав, так, сколько будет карт, как думаешь? Слушай, так как мы играем Best of 5, так как в Valorant катки идут меньше, они 13 раундов и один раунд на овертаймы, вот, то мы решили играть Best of 5. Ну, я думаю, это будет 3-0. Ну, вашу, конечно, да, пользу? Естественно. Вроде как. Ну, ты понимаешь. Вот. Ну, а ты что думаешь? Ну, 3-0, конечно. Ну, 3-0. Вот в ту команду, в нашу. Вы готовы? Вован! С тебя отдувается боец, блядь. Ты в маске, блядь, ебаный сол. Ебать, там идет, слышишь? На, Володь. Наталья, блядь, Спирникова. Балдеж пописал, короче. А у тебя, стой, тебе не надо, у тебя микрофон. А, да? У него же работает? У него работает? У меня работает. А ты пописал, слышно было, интересно? Я. Ты в микрофоне выходил? Чисто кулебяк упал, блядь, в туалет вышел. Так держал, дядь. Прикинь, он сейчас камеры был.
Так, ну что? Ну, в принципе, мы уже на самом деле попиздели, не знаю, нахуй тебя позвал. Давай так спрошу. Ну, твои хуй знает, хуёв бы не насосаться сегодня, и все. Ну, в КСК мы насосались. Шансы, блядь. Слушайте, ну, я бы на фриков, наверное, поставил. Но будет удивительно, если разъебем. Ставок нет. Да? Ну, на канале-то у тебя есть, ты же будешь ставить модерацию. У меня тоже нет. Бля, короче, никуда не ставить, просто болеем за... Спасибо Твичу, то, что забрал у меня ставки. Савич, да? У меня они просто зависли, я не могу сделать ставки. Ну что, все? Я по думаю, кабинкам? Слушай, я думаю, все, можно потихонечку садиться, подключаться, бля, компы работают, все вроде зашли, уже готовы ебать, и сейчас компы, рубка, кстати, в этот раз... Рубка начнется лютая. Компы кстати, в этот раз крутые. 1000 FPS, дядь. Да, 1000 FPS, если что. Это мощно, да. Ну что, все, давай, ведущий, я пошел. Хочу представить комментаторов нашего нереального шоу-матча. Иди сюда. Второй комментатор, иди сюда. Профессиональный комментатор, ребята. Забыл, как тебя зовут. Андрей. Андрей подъебал. Не шарит, конечно, вот. Андрей Анишарат, блядь. И не профессиональный комментатор, блядь, Марк Долбоебик. Чайк пьет. Чаек, да, дело святое. Ребята, они сегодня будут освещать это мероприятие, так сказать, вызывать на студию аналитики. Бля, Марк познакомился, ознакомился с киберспортом, жестко с комментированием. Пока ехал в такси, просматривал ролики, как комментировать киберспортивные события, блядь. Все учебники в обложке завернул, бля, карандаши наточил, ебать, школяр готов сегодня, блядь. Реально контента завозить, блядь. Просто мешок, нахуй, здоровенный, блядь, и с маленькой, блядь, тележкой. А вот поэтому они будут для вас все освещать сегодня. Спасибо, кстати, что приехали. Съебались. Повежливее могу, блядь. Так, ну что вам еще спиздануть, друзья? Ой, блядь. А на самом деле... Сереж, вы готовы? Брат, я надеюсь, ты сегодня без разминки? Это хорошо, блядь, потому что дальше уже некуда. Так, нормально, уже пошла, блядь, мотивация. Так, а куда мне идти? А, можно подходить к компьютеру, да? А, ребят, происходит жесткое подключение, вставляет провода, хоть где-то Сережа вставляет, блядь. Сережа сегодня модный, бля. Сережа сегодня новый, айти, ебать его жопу, бля. Кокосовая стружка, ребят. Ну, я просто говорю, кокосовая стружка. А, ребят, Пока. Это я тебя представляю еще раз. Ну, потому что просто нехуй больше делать. Ты можешь маме привет передать. Маме привет, папе привет. Без отца. А его, кстати, наверное, слышно не было, да? Надо же вот так микрофон в ротик сувать. Папе привет, маме тоже. И еще раз Караваева Вадима. Можешь просто пукнуть в микрофон что-то. Здрасте. Здрасте, он говорит, ребят, это, бля, красиво. Небольшой анбоксинг команды Братишкина. Так, все, погнали. Блядь, с тобой уже было. Пару слов. Слышишь, со мной у тебя ничего нет. Боже мой, можно вот, как раз со мной у нас было очень. А каких слов? А? Каких слов? Просто пару. Любых можно чисто набросать, похуй. Ну что, просто рандомно. Ну, главное, незапрещенных, блядь. Опять, что? Скажи, чтобы... люблю сосать члены. Главное, чтобы не было хейта. Вот, Татьяна, чтобы мы новое что-то, новое, генерируй новое. Не, слушай, а это значит, это как бы старое, но проверенное, блядь. Да. Хейта, ребят, не разъебем сегодня, Татьяна, повтори. Да, мы... Татьяна, надеюсь, что у нас мазом будет, да, красивая игра. Можем повторить. Да ты, блядь, не пукай микрофон. Надеюсь, не можете, блядь. В прошлый раз не понравилось, я, блядь, плакал. Это не важно, это не важно. Всю ночь плакал, ладно, короче, надеюсь, то, что мы, каждый из нас и вас покажет красивую эту игру. Вот. Не будет никакого хейта ни с чьей стороны, как всегда. Будут охуенные крики, как мы это делаем. Это я обещаю. Да, друг другу подбадривать. Таня, скажи, что нас тут за еду держат, потому что нас насилуют, и BO5 сказали будет. Да, будет Best of 5. Насилуют в плане эксплуатируют. Да, будет Best of 5. Ну и, короче, вот, всем удачи. Вот так вот. Ребята, Давид Норберт, который, бля, будет принимать участие на нашем шоу-матче против Virtus.pro за мою команду. Будем ебать попочку их, блядь, надеюсь. Ну, постараемся. Постараемся. Я думаю, на этом все, блядь. Больше тут нехуй сказать. Ну да. Ты жестко Valorant ебешь? Да. Я специально готовился, неделю играл. Реально? Ночами, да. По 5 каток. Пизди, да? Нет. Нет. Ебать, пиздобол пиздит, не краснеет. Пиноккио. Даже нос не вырос, блин. Не устанавливался вообще на комп. Не могла бы стать Valorant. Не потянул. Ну это же не компьютер от Invasion Universe, да. Shadow Kick. Или Light LOL. Ты знал, сколько, кстати, фейков создавали, когда ты это пошутил? Лайт-лол? Да, вообще пиздец. Это хорошая шутка. Че сказать-то? Ну, я говорил уже, 3-0. Давид, ну он тренировался, но он пиздит. Чек, расскажи. Чек.
Чек у нас ближе, уже... Микрофон ближе, брат, говорят. А давай чек покажем, реально. Не, чек он у нас. Можете сюда нам его поставить и все сразу. Я думал, реально у вас, блядь. Куда вам чек, блядь? Подпишите уже там, а где чек можно взять? Ребята, чек в студию. Всем похуй, да? Я понял. Ну, давайте так, Стинту перейдем. Передавай микрофон. Привет. Привет. А что говорить? Я вот, типа, не знаю. А, ну это типа интервью, короче. А, ну давай. Ну ты у меня берешь, я имею в виду. А. Как ты так круто играешь в Valorant? А я не играю круто. Вот и все, получается. Спасибо. Давай, пока. Подписывайтесь на Вову Боротишкина. Ой! Ничего, такое бывает, выскакивает такая хуйня. Ребят, я попросил занести чек, но все на меня просто положили толстый хуй. Ну ладно, схожу сам, уёбки. Жожа! Здравствуйте. А где, ребят? Ребят, меня попросили присесть, но не на пенис в этот раз, а на стул просто. Марку не буду называть, ебать его, в попу, блядь. Вот, я передаю слово нашим величайшим охуенным аналитикам, Марку и Андрею. Ну, друзья, не знаю, если мы величайшие аналитики и комментаторы, то как же с игроками быть? Кто же они тогда? Ну, за Freak Squad могу сказать, что это вообще убийцы. А за 89-й я уже ничего не могу ручаться. Понимаю. Ну что, друзья, у нас шоу-матч намечается. Получается матч-реванш, насколько я полагаю. Я не сильно прямо все это движухи, если честно, не смотрел за предыдущие. Я вижу, что это реально реванш. То есть там по КСу что-то было, видимо, да? Или... По КСу было. И... Но я не могу сказать, реванш, не реванш. Да. Непорядок, друзья, получается. Непорядок. В любом случае, я думаю, что у нас будет интересное противостояние, потому что, насколько я полагаю, формат уже будет все-таки BO5, 5 карт. Правда, я сомневаюсь, что мы успеем прям вот прям максимально все, потому что по времени, ну, 5 карт, извините меня, это... Много, много. Но если команда будет играть крепко, и, насколько я понимаю, бустер заявлял о том, что будет легкая карточка. Да. Они 3, хотят закрыть 3-0. Хотя 3-0, да. Хотя 3-0. Ну, вот знаешь, я забегал вчера там перед сном к покинострим, видел... Как ему не понравился геймплей в Valorant'е. Очень сильно. Пока, держись. Мы с тобой, мы с тобой. Да что нет, соберется. Что интересно, про Valorant или вообще про... Да ты про фриков можешь много чего сказать, нет? Не, ну... Серега очень заряженный с Ваньком. Горова, я посмотрел, как сейчас играет. Он, в принципе, тоже неплохо. Мне уже... Ну, короче, я верю в Горова, а Слава я не знаю, как Valorant'е парит. Ну и по КС-ке очень... Не, ну, Пока в КС-ке так все показано, да. Товарищ очень хорошо плеет, но тем не менее. Посмотрим, что в Valorant'е. Да. А по 89-го складу... Ну, вот знаете, у меня есть тут небольшая шуточка. Я как-то вот попался ночью в ранкеде с Норбертом. Норберт играет хорошо. Но вот его друг каточку нам с ним заруинил. Я до сих пор помню этот раунд. Ладно, надеюсь, что Норберт сегодня все-таки соберется и покажет нам интересный скилл. Но я вот боюсь, на самом деле, за именно вот... геймплей составляющий, потому что вот мы даже вот общались сейчас тут со Стафом в целом, да, игра несколько по-другому совсем чувствуется, нежели КС. То есть тут как бы завязочка на скиллы, если ребята не знакомы с механикой игры, да, им да, будет конечно. Сложно определенно. Ну ничего, я думаю, все удастся. Адаптируется? Да, конечно. Может быть. Но в любом случае, я вот не знаю, насчет того, как старт появится, нет, у нас уже совсем скоро, или как? Режиссер, можно нам узнать, как быстро мы начнем каточку? Если не затруднит. Слава. Мне страшно. Ты... это зарядил даже. Одобряем, но... Опять же, пока информации нет по матчу, вот давай так. Какой счет ты бы хотел сегодня видеть? Ну вот чисто вот. Понятно, что Слава за 3-0 хочет. Все. Ну я бы хотел увидеть как минимум одну карту такую потненькую, чтобы прям впритык бились. Она, скорее всего, будет. Да, ну 5 карт и... Ну я думаю, увидим точно такое. То есть 5 карт ты реально думаешь, что может быть? Я все-таки верю в 3-0 больше. Хотелось бы верить. Все верят в 3-0, но... что выйдет на самом деле. Потому что я вот, насколько понял, у нас будет формат BO5.
Соответственно, мы сыграем все карты. Ну, в теории можем сыграть все карты. Проблема в том, что матч может закончиться 3-0, может закончиться 3-1. То есть 4 карты пройдет. А ведь порядок у нас получается 3 дефолтные карты, потом Асцена, потом Айсбокс. Как бы Айсбокс, я очень сильно сомневаюсь, что многие люди вообще, в принципе, видели там карту довольно свежая, и она специфическая. То есть я вот именно за перформанс на ней боюсь, поэтому, возможно, те другие будут настроены 3-1 и ниже закрывать, само собой. То есть вот как-то вот в таком роде. Ну и плюс, каких персонажей ждешь? Потому что вот все-таки у нас есть в игре несколько ролей, да, там саппорта, дуэлист, вот это все. А будет ли у нас там, например, 5 дуэлистов, дуэлянтов? Как думаешь, кто-нибудь так быканет чисто, пофлексит? Я вообще не могу предположить. Я за персонажей даже в Валоранте особо не шарю. Я когда играл только на старте, когда бета вышла, вот тогда я играл, и я мейнил двух персонажей, это Вайпер и... За Вайпер мейн плюс реп. Это клевый персонаж. Бримстоун классический, да. Нет, не тогда не Бримстоун, наверное, Бридж, который. Бридж это стан флэш. Да, вот, вот, да. Ну, вот это вот тогда его. Он. Брим, потому что это с Трисмака и Молик, да, с ультой. Замечательно. Хорошо, хорошо. Ну, в принципе, с того момента добавилось вот три персонажа. Это Killjoy, это, соответственно, Рейна и вот сейчас Скай приехал. Mm-hmm. И вот мне, кстати, интересно посмотреть, есть ли у нас парень с интересными, так сказать, заготовочками на Скай. Потому что Скай — это персонаж, который очень крут. Он очень метовый сейчас, но далеко не каждый может его обуздать. Там управление... Короче, вы увидите, если сегодня будет, вы поймете, о чем я. Там с персонажем реально есть вопросы. Но я все-таки хотел бы увидеть Вайпер, потому что мне Вайпер симпатизировал вообще очень жестко. И раскид за него, если правильно знать. Вайпер, да. Ну вот и я, понимаешь, почему и говорю, что, скорее всего, мы не увидим каких-то супер задроченных персонажей. Ну, то есть понимаем, что здесь, скорее всего, люди играют, ну... Просто зашли поиграть, провести хорошо время, и в этом плане, ну, рассчитывать на каких-то очень сложных персонажей не стоит. Но хотелось бы посмотреть на метовый пик, безусловно, там, с контролем спины, вот это все. Ладно, ну, тут подсказали, что матч немножечко задерживается, буквально вот минуты полторы-две, но мы скоро будем начинать. И хорошо, предикты мы уже сказали, в принципе, наверное, я бы какой-нибудь интерактивчик с чатом запустил, но мне надо чатик открыть, у тебя есть топ-со чатик открыть побыстрее? У меня вообще не грузится здесь вообще чат. Ничего не грузится? Да. Какой ужас. Сейчас я попытаюсь зайти. Ну, давай я попробую открыть, главное, чтобы сейчас со звуком не было. Чатик, ну давайте, рассказывайте. Чатик, рассказывайте вообще... Как вам по Valorant формат, само собой, разумеется? Сколько карт ждете, и вот это все будет интересно посмотреть. Все-таки аудитория у бустера и фрика, в принципе, довольно мощная. Болельщики прям респект. Ну, хотя и 89-го склада тоже там все мощно. Я у вас серьезно представляю, знаешь, было интересно смотреть за складами, как вы воюете между собой. Ну, конечно, это такая уже жизненная тема, когда наши два склада. Пиксель Батл. Давай вот так немножко затронем его последний. Я слышал, что очень много негатива на нем было. Что думаешь на этот счет? Грустно все, да? По поводу Pixel Battle я прям не могу сказать. Мне кажется, все равно, например, у нас, как у фриков, у нас был довольно-таки хороший арт, получился. Весомую часть, как это, занимает на полотне. И мне кажется, вообще, а за 89 СК тоже не могу сказать. Просто много же было вот этих вот драк, там кого-то переехать, кого-то перекрасить. Вот это ну, все. Это каждый год. Каждый год, то есть, ну, просто последний раз, мне казалось, там вообще просто... Я считаю, что-то... вообще, Pixel Battle без такой войны, когда я... Ну, и в нем нет смысла. Да, да, ну... это самое интересное, когда вот все вот так вот дерутся между собой, это круто. Понятно, понятно. Так, ну, короче, вижу, что в основном за 3-0 болеют. Я вот, на самом деле, друзья, поддерживаю, наверное, 3-0 отчасти того, что вроде как мы очень сильно подзадержали матч, потому что изначально, сколько я полагаю, анонс был вообще-то на 5 часов. Да, изначально и на 5 вот... часов. Если правильно, вообще, я понимаю, и призовой это довольно интересный получается, да, или на 300 тысяч рублей. Вот ты в курсе вообще это за весь шоу-матч, серию шоу-матча All Stars, или как? Мне кажется, именно за этот шоу-матч. Именно 300... за Valorant? Да, мне кажется, именно за это 300 тысяч. Сильное заявление, слушай, это прямо крепкая сумма, потому что, если так посмотреть, вот на про-уровне сейчас любительские турниры, они, ну, короче, не такие призовые, далеко не такие, это... Сравнивать вообще просто бесполезно. Ну окей, хорошо. Так, не, ну, друзья, кого-то в студию, я не знаю, наверное, режиссер эту тему может да, подхватить это... после карты, но это не к нам. Это не к нам вопрос. Мы бы позвали кого-нибудь в кадр, возможно, особенно вот товарищ Марк, потому что я-то особо с вами не знаком себе, к сожалению. А вот режиссер мог бы сказать на этот счет что-нибудь интересное, но ладно. Стало слово, к нам придут после катки, наверное, да? Насколько я полагаю. Сейчас. Ну все, к нам сейчас идет Братишкин и Слава тогда. Да это надо готовить вопросы, получается. Мы не успели, не успели. Хорошо, господа, давайте так, вот пока вы идете. Значит, первый вопрос.
Сколько часов в Valorant? Давайте так, у каждого. А как смотреть? А как смотреть, да. А, никак. Примерно на скидку. Примерно на скидку. Часов. Слушай, ну часов 20. Часов где-то сотка. Крутой. Ну, бля, задрот я. Хорошо, какие персонажи готовить? Ну, вы же, наверное, как капитан или у вас... Че там, персонажи еще есть? Слушай, не знаю, я за что мне дадут, то и буду играть, в принципе. За пениса играю. Это хуйный персонаж. Да. Я считаю, ноги такие крепкие. В стенки всегда себе даю, очень красиво. Да, ну ты же знаешь, их надо кидать об углу, да, типа. Да, да, да. Хорошо, 2 часа. Ну, посмотрим, как получится. 2 часа засчитано. Я просто к чему? Вот я Марку задал вопрос: будет ли у вас пик на яйцах с 5 дуэлистами? Дуэлянтов. 5 дуэлянтов возьмет кто-нибудь из вас чисто на. Возьмем, на не волнуйся. Я так понимаю, мы возьмем. Ну, это да, будет. И мы возьмем. Посмотрим, кто возьмет. Это будет жестко, потому что, чтобы вы понимали, 5 дуэлистов — это очень опасно. У вас не будет контроля карты, у вас не будет нормальных выходов, не будет смоков. Вы вообще как? Ну, типа, знакомы с механикой игры в целом? Я пиздец как знаком. Да. Вы сейчас про клавиатуру уже механику? Или о чем? Ну, я о смоках. Походу, внутренняя игровая какая-то механика. Давайте просто вернемся к тому, что как бы это почти как КС, только со скиллами, да? Ну да, да. Вы же понимаете, что... Не, я в Валоранте отец, я как бы у меня вообще... Я же смотрел ваши стримы, я понимаю примерно, чего ожидать. У меня талант, понял, в Валоранте. У тебя талант, по-моему, во всех шутерах, мне кажется. Не, пиздец, я, знаешь, я как Шрауд, блядь, в СНГ. Только с конца, бля. Ну, только с концом. Большим. И жирным, блядь. Мощным. Сейчас расскажешь. Да. Хорошо, ладно, так. На 3-0 от бустера я уже слышал предикт. Ты как? 3-0 от нас? Серьезно? Нет. Блин, ребят, ну я не знаю. Я не знаю, почему у нас реванш в Валоранте. Я вот до сих пор не понимаю, то есть это как получилось? Вы в КС? Это вообще не реванш, я считаю. Это отдельный турнир. Это значит, это не реванш, это просто сходка, такая же заруба, только уже в другой дисциплине. Хорошо. А насчет призового фонда? 300 тысяч рублей. Это за всю All-Star серию или только за... Нет, это на каждый ивент по 300 тысяч. То есть первое противостояние выиграл Вован. Он уже залутал бабки. Нет. Вопрос в том, я еще не залутал. Я жду, или... я жду. Ну, придут, не волнуйтесь, так. Все хорошо. Можно передать привет Павлу? Я жду. Мы ждем все вообще, начнем с этого. Так. Ну, хорошо. А тогда, хорошо, небольшой такой инсайдик на будущее. У нас сейчас Valorant. Что дальше? Майнкрафт с кирками. Кстати, я вот оценил мод, когда вы играете 6 на 6, выживание. С я и говорю, прикинь, то же самое. Слушай, здесь мне реализовать. Мне кажется, следующее это и будет. 6 компов. Но не на 1.8 и без заготовленной карты от Макривского, пожалуйста. Там все будет продумано. Да, да, да. То есть это будет Майнкрафт, это будет специальная карта. Не, ну если Майнкрафт, прикиньте, офлайн мероприятие, Майнкрафт это же разъеб. Но это уже планируется, и Among Us тоже планируется в реальной жизни. Да не, это все. А, да ты ему Among Us, который ты говорил, да? Я понял, короче, играешь, и на обсуждении все встают и в жизни общаются. Это, ну, как, да, это да, как да. Типа лазертаг зона? Это, но... как, это как Влад А4 делал. Не-не, не то, не то. Игра Among Us. Ага. Только в реале. Да. Но не-не-не. Только обсуждение в реале. Но когда начинается обсуждение, вы встаете и идете общаться в жизни. Понял, понял. Бля, пиздец, нахуй, сколько там надо будет тайминг ставить? Ну, побольше, конечно, пока все дойдут, бля, у нас есть кенты со слабыми коленками, блядь. Это пиздец. Но это будет нормально. Окей, ну, я просто даже не знаю, что у вас спросить, может, у вас есть что интересного сказать за последнее время? Да на самом деле мы тайминг тянем, потому что одному компьютеру очень плохо, поэтому... Твоему? Нет. Не твоему уже? Фу, слава богу, не моему, да. У меня дома всегда плохо компьютер. Тут мой нормально работает, вроде как. Ну, просто как бы я когда увидел компы, на самом деле, здесь в Innovation Labs 1000 FPS, чтобы вы понимали. Да, компьютер ёбнутый, просто что-то, возможно, с настройками, я не знаю, именно вот он на одном компе. Ну, были свои нюансы, опять же. Не знаю, может, какой-то ребут, по-моему. Короче, сейчас там мужики решают, а мы залетели, чтобы вы здесь охуели, да, 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 да. Потому что Марк у нас собеседник ебанутый, и у него ебучка вообще никак не затыкается, блядь. Ну, так вот, знаешь, я и ждал, чтобы он закинул что-нибудь. Может, вы его раскочегарите немножечко? Ну, давайте. Сейчас батек разогреется. Отсоси поможет? Что? Ну, не помешал. Горловой, да? Жестко, что с приклебом прям. Бля, давайте тут прям. Не, ну это бан получается. Сейчас я могу с камеру так стоять. Ну это на 3 дня. Да, ну это на 3 дня, то есть это главное ничего не говорить. Ну просто скажешь, что на другую платформу запускали. Да, да, да. Типа турнир по Валоранту просто. Ну случайно здесь как-то вышло, я даже не знаю. Перепутали что ли, вот. Возможно. Не, я охуел с этой новости, кстати, слышишь? У меня так жопа порвало, я тебе так скажу. Это веселая новость. И не только у меня жопа порвало, понимаешь? Ну, это веселая новость. Это очень веселая новость. На самом деле, грустная новость, по-моему, потому что Twitch-то уходит и уходит все куда-то далеко. Не, ну, первый бан же, что?
Первый. Я вообще считаю, можно было предупреждением, что такое нельзя показывать, обойтись. Зачем банить-то? Ну, это согласен? Я с тобой полностью согласен. Да, то есть, ну, по сути, в этом ничего такого типа, нет. Можно не показывать писку свою? Она такая, хорошо, ладно, я не знал, извините. Ну, просто когда я первый раз достал свою штучку, да. Ну, мне сказали то, что просто предупреждением отделался. Я думаю, они просто ничего не заметили. Хорошо, Cyberpunk. Да. А, слушай, почти. О, пушка. Сколько наиграли? До сих пор играю. Охуел. Реально? С того, что... Да, но понял, я ж еблан, который самый первый там. У меня вообще проблемы какие-то с ним конкретные были. То он не скачивался, то он обновлялся. А это первый день у всех было. Прошмандовку ебал? Кого? Прошмандовку. Да, меня сначала развели на мужика, типа сказали, что это сутенер, блядь, и потом, когда меня... А потом уже поздно было, да? Да, я так посмотрел. Ну, это всех стримеров, как я понял. Слушай, ну прикольно. Я вот сейчас перепрохожу, но уже проходя по бочке. Я понимаю, что побочки имеют такой же, типа... Ну, вес определенный. Вес, как есть. Основной сюжет. Слушайте, а я до этого прошел просто вот одни сюжетки. Я думаю, что, кто, кого? Тогда сколько часов ты в итоге прошел игру? Слушай, ну, наверное... 45-48? Нет, быстрее. Ты что, я же по основным только бегал. Плюс еще помирал, и баги эти бесконечные как-то скипался. Багов дохуя, да? Багов пиздец, чел, просто пиздец. Это знаешь, как, наверное, Ubisoft, когда что-то выкатывают, там, Tom Clancy свой какой-нибудь... Так в Assassin's Creed больше всего было багов. Вспоминаю Unity. А, Unity, да. Но это потом еще вышел Wildlands, по-моему. И там пиздец был тоже. Что-то я вот так скажу. Но вот здесь прямо это что-то... Знаешь, вот просто не проходило и 15 секунд, как новый баг какой-то прилетал. Я более скажу, я поставил игру на ноут. У меня ноут игровой есть. Блять, там трава нахуй, прикинь, светится просто. У меня стоит NPC-шник, у меня, блять, вот трава вот так вот перед ним. Я его лица не вижу просто. Трава вот где-то там с 5 километров светится вот на экране. Я думаю, ёб твою мать, как это убрать вообще? Не знаю, пофиксили или нет, вроде нет. Ну, патч выходил, а вот... Да, патчи на 15 гигов сидишь, обновляешь, блядь, ты ж такой простой человечек-то, 15 гигов для тебя скачать, такое себе. Ну, слушай, ну, секунду, ну тебя да. Это хотя бы не задело, потому что ты, например, в колду не играл. Я знаю, есть люди, которые говорят, в колду там патчи по 80 гигов прилетают. Да, да, да. Я играю в колду. Ну, заигрываешь? Да, ну, хорошо, сейчас хотя бы... Я вот сейчас в Cold War бегаю. Mm. Я бегал в Cold War. Холодная война? Да. Новая колда. Спасибо за перевод. Переводчик Бустеренко. Да. Нет? Охуенно. Warzone нравится. Но... Warzone заходит. Ну так они перенесли, по-моему, даже его. Они объединили, возможно. Да. И это ребята, у меня тогда к вам такой вопрос. Так как по времени мы чуть затягиваемся, может, проведем голосование в чате? Best of 3, либо Best of 5? Давай. Слушай, мне кажется, я за... Слав, надо было 3, потому что время, ну реально, ну ты понимаешь. Время уже... Ну, время, да, уже как бы, я думаю, все-таки, может быть, есть смысл... Основные карты. Вопрос, знаешь, может быть, вообще, в принципе, заебись, попиздели, пойдем домой бухать. Нет, ну. Да, я уж напизделся, если честно. Да, знаете, ты что, блядь, уже просто язык устал, а? Голосование в чатике запускать. Да, ребят, сделай. Вот уже пошло. Что там голосуют? На BO3 или на BO5? Да, тут, слушай, тут все голосуют за Best of 3. Я думаю, мы обойдемся Best of 3 на вот самых первых картах. Помнишь, а сколько нас смотрят? Нет, на самом деле, вот смотри, 38. Слав, пушка. В BO3 можно и почеркать. Я думаю, мы сойдемся на... Бля, как черкать-то, ебать? Ну, смотри, там в Валике все очень простая история. Вы баните две карты, первые две, а потом просто разбираете одну и третью. Я думаю, дядь, мы сойдемся на вот этих картах, на первых, да? На первых трех, без... Ну, слушай, мне вообще похуй, я, ну, тебе вот, говорю, я все ебашу. Танюха говорил, что вот они заебись, и их сыграем. Просто ну, в рофу было бы в чем, поиграть на новых картах. Вы бы там вообще бы, ну... Бля, ну мы пришли красиво или рофло, блядь? Мы же пришли поиграть мы пришли киберспорт. На серьезно? Да, мы пришли киберспорт. Карты, основные карты, да. Я думаю, стоит киберспорт показать. Ну, кстати, насчет Ascent-а спорно. Опять же, вопрос вашего желания, если вы хотите. Потому что Ascent — это дефолтная игровая карта, на самом деле. Она как четвертая считается сейчас. Ну, а не для нас дефолтная. Мы играли тогда, когда была одна карта. Ну, или три. Одна, ну, хорошо, я слышал звук в лобби режиссера. А может быть, у нас там лобби подогрелось? М? Нет? Не подогрелось? Показалось. Ну, тогда продолжаем. Пиздец. Хорошо, дальше какие-нибудь новости еще интересные есть. Инсайды новости, ну, раз уж мы здесь собрались. Открывай стрим инсайд. Читаем. Что там последнее? У кого инсайдер выпустил трек. Да? Ну, это инсайды. В натуре выпустил? Да. Какой? Тебе именно комментарий касаемо трека или просто название? Комментарий. Так, название. А хотя там, блядь, все срут. В принципе, что? Это жестко, это жестко. Так, ну, я думаю... Что, там пусто? Да я просто телефон свой забыл, блин. Не-не, я просто что-то зашел в WhatsApp, начал переписывать. А нахуя ты зашел в WhatsApp, начал переписывать? Так, хорошо, мужики, пока вы ищете инфу, Вов, какие три карты? Мы как играем? Значит, получается, Bind, это Split, да, и да, Heaven. Да, то есть без Ascent-а есть бокс. Да я ебу, какие карты. Хорошо, Слав, давай с тобой. Split, Bind и, получается, Heaven. Скажи да, блин. Ну, я думаю, Split последний. Новая карта, самая, Icebox, Split, новая, это Ascent. Да, мы их вычеркиваем.
Да, эти убираем и просто играем дефолт. Тогда получается сплит, байнд и хевен, товарищ режиссер. Я думаю, вы зафиксировали. Вот. А теперь... Охуеть, это мы сейчас распикали, что ли, только что? Получается? Товарищ режиссер, давайте лучше хевен, байнд и сплит. Ну, как Слава скажет, так и будет. Я думаю, это будет поприкольней. Но в BO3 мы играем до двух, то есть, как бы, имея в виду... Ну, это понятное дело, что... да, я как раз вот на сплит особо не рассчитываю. Именно поэтому я и хотел сказать, что лучше, наверное, даже вместо сплита сыграть асцент. Потому что многие даже про-команды предпочитают асцент сплиту, но, к сожалению... Ну, не наш случай. У нас именно алдовый Valorant, знаешь, такой. Пожилой. Ну, так сказать, релизный. Предрелизный. Все-таки там бета было. Релизный. Батек, ты живой? Мне кажется, мы Марко Пульс. Вы обещали его разрешать? Затвил он такой мут просто. Аж диван трясется. Поймите, вы пиздите вообще непонятных вещах. Звони нам ебало. А мне как его раскачать? Вот как мне его раскачать? Раскачайте его, сделайте с ним что-нибудь. Давай так. Ты расскажешь что-нибудь, а мы типа послушаем. Ну что мне рассказать? Что там на каникулы сдавали? Блять. Я все не могу никак привыкнуть, что ты уже не школьник давно. Ну, вот так вот. Мне кажется, знаешь, у Марка уже там дети будет 7 штук, блядь. Причем школяр называть, блядь. Причем даже дети, блядь. Ой, не, сейчас, пацаны, в танке после, сейчас уроки доделаю. Матеша ебучая. А ты в танке играл, когда учился в школе? Слушай, да. Без шуток. А ты играл? Чего вы так на меня смотрите, будто за школу? А кто в танке не играл? Нет, ну... Пиздец, у меня ребят нет. Я скажу, что у меня у самого есть один прям танк в танках. Какой? Першин, по-моему. Гейминг, да. Я путаю, короче, да. Ну, вообще-то была. Нет, я играл во времена школы в танке онлайн, если ты помнишь, такой проект был. А я вот недавно. У меня там было открытие кейсов. В танках? В танках онлайн, чел. А в танках есть кейсы? В танках онлайн есть. В World of Tanks сейчас есть. Там акция какая-то запустились, там, ну, по новогодне с этим... Похоже, знаешь, на интеграцию танков. Дядь, а может быть, все-таки попросим компанию Wargaming занести, и вот тут прям на компах в танки ебанем. Вообще... А я как бы не против. Не, а чисто пиздец, а что Майнкрафт? Ну, реально... есть пробитие, в принципе. Танкисты реально играют турниры, давай просто танкистов возьмем. Позвать еще там кто-то. Ну, имейте в виду, если я правильно помню, в старых турнирах форматах танков там было все очень скучно. Вам надо будет придумать какой-то реально экшен-режим. Придумать свои правила. Мячик попинаем на танках, там же было такое. Не, ну это уже как Rocket League пошла, ну зачем? Получается, да. Слушай, я вот, кстати, Вов, на твоих стримах последние два дня зависал, Tower Unite была игра. Да. Может быть, по ней какой-нибудь ивентик замутить? Там ведь на самом деле перспектива. Столько режимов? Да, столько режимов. Что-то вот, правда, последний стрим через жопу все работало. Ну, я видел, что к вам начал левый народ залетать. Да, мне там чел начал. На секундочку вас покину, посрать. А, в общественный туалет идет срать, смотрите, наебло. Я просто боюсь, что его не выпустят. Никогда не срал в общественном туалете. Если вы тоже, ставьте плюс. Хорошо, ну давайте. Срал в общественном. Мне кажется, я срал везде, где только можно, блядь. Я просто потом обтирал этими спиртовыми салфетками жопу. Не, надо вот так вот, слышишь, вот туалет, представим, надо туалетную так. И на весу. Бля, я один раз, короче, больше всех выебывался, я такой, никогда в жизни не посру, типа, в общественном месте. Так. Потом съел какую-то... Что-то в штаны, походу, слышь, дядь. Я быстренько кулебяку сбросил, бля, в трусы. Все, идем. Ну, короче, когда мне стало хуёво... Так. Ебать, я там весь толчок засрал до вылета за 5 минут. 5 раз сходил, блядь. Ну, спасибо и вам удачи в каточке, бустеры. Вот, собственно, что мы с тобой. Пока у нас информации прям вот четко по старту нет. Я думаю, что сейчас там до компа дойдут и разберемся. Ну давай рассказывай что-нибудь пока. Тебя раскочегарить должны были? Да, пиздец, раскочегарили. Не получается, нет? Нет, пока нет. Не получается. Ну вот так вот, друзья, не получается. Ну трудновато. Я думаю, что надо к тебе кого-нибудь посадить еще, может быть, из зала кого-нибудь. Ну вот ты вот как на это? Да я не знаю. Ну, да мне просто, я же не знаю, что вообще говорить на таких событиях. Типа, я же ну, пока раз нет игры, делать. Конечно, да. Но я просто к тому, что ты можешь что-нибудь про фриков рассказать, может, у тебя свои какие-то инсайды есть там. Да нет, насчет этого тоже я не особо что знаю. Все проекты вообще Слава выложил. Под грифом секретности, короче говоря, да? Ну, я бы не сказал, что под секретностью. Слава, в принципе, все сейчас рассказал. Короче, первую, насколько я слышу, из зала будет Heaven. Это будет интересно. Опять же, карта с тремя плантами, если что. Очень тяжело будет на ней играть без подготовки, само собой разумеется. Но и от того интереснее, на самом деле. Хорошо, у нас поменялся формат. Было 3. Тут точно 3 карты? Да. Ну... Максималочку выжимаем. Конечно. Ну, стоп, нет. Нет, хотя... Карта у нас Heaven, Bind, Split. Я бы на самом деле все-таки
поскольку сплит для меня лично посредственная такая карта. Она очень противна для многих. Вот, да. И я бы хотел ее запихнуть на второе место, чтобы... Может... Слава Скал третий, походу. Нет, ну раз Слава Скал, ну, тут без вариантов, да. Но мне кажется, если бы она была вторым, то на ней, возможно, был бы такой интересный матч, потому что она за... Максимально неприятный для тебя. Да, и за то, и за другую сторону. Вы готовы? О, крики пошли. Вы готовы? Заряжаемся, друзья, вместе строго с чатиком, писал, да, с вами. Блять, сидят, разыгрываются. Блять, да ливните нахуй. Не, на самом деле, тут матч в этой игре довольно странная штука. Очень многие с ним пригорают, но... Ладно. Я думаю, ребята разберутся. Так, ну уже совсем скоро будем начинать. Слушай, первая карта. Heaven, ты уже знаешь, будет какая. Еще игру запускают. Мы сейчас увидим персонажей, и мне будет интересно услышать, что ты думаешь. Ну, чисто так, знаешь, на скидку. Сколько раундов? Так, ты ори, понял, здесь можно. Я понял. Чисто ради интереса. Режиссер, можно прыгать в игру, да? Я думаю, что уже по звукам так точно. Можно игру? Ну, пожалуйста. Благодарю. Так, вот она, карт Heaven, и, собственно, справа я, ну, вижу, кстати, довольно драйвовый пик. Единственное, что вот они все-таки решили рискнуть побольше дуэлянтов, напихать туда. А вот слева дефолтик, побольше дефолт. Там и как бы Брим есть, и Сейджан намечается. А, о, кстати, Стинт со Скай, с новым персонажем. Вот мне интересно, Стинт, а ты уверен в управлении? Там ведь есть свои неприятности. Ну, Стинт вроде тренировался перед... матчем. Слушай, я могу тебе сказать так. И Синди вроде видел, что играет, и Норберт, и Стинт, вот ты говоришь, да, что поигрывал. Как бы Пок 100% вчера все видели, как он горел, как он играл, как бы это ок. В Десауте я тоже не сомневаюсь, Кровай вроде как так же, но Бустер 100 часов сказал, ну, все по-честному, то есть, как бы, парень будет бахать на том, что есть. Не увидел я все-таки Вайпер. Жаль. Для карты Heaven она тоже весьма специфична. Мы вот как с командой разбирали именно под Heaven как раз-таки с Viper. Мне не так нравится большое количество опций. Но у нее вот Viper — это персонаж, которого бомбу раздефузить невозможно. Ты готовишь просто как бы дефолтный раскид под бомбу, там кидаешь ядовитую сферу и плюс накидываешь свои молики через Skybox, и все. Там задефить практически нереально. Ну, если я играл на Viper, то, в принципе, все могли раздефать, я не знаю. Так что? Ну, ничего страшного. Со временем опыт добавится. Ну что, игра начинается. Можем снова возвращаться, в общем-то, в ингейм. И будем надеяться, что матч будет весьма интересный. Весьма интересный. О, так какой счет ты хотел бы здесь увидеть на Хевене? Карта, я тебе еще раз говорю, очень опасная. Поджимы с крайних точек легчайшим образом ломают игру. Вот именно на этой карте, ну, я бы хотел выжать прям максимум из этой карты. Ну, до допов это будет 12-12 и до 14 условно. Ну, то есть не до 14, а до двух побед. Ну, вот... То есть ты с допами хочешь Heaven закончить, вот, да? Heaven именно да, Heaven да. Потому что она, ну, когда на то время, когда я играл, это была самая интересная вообще карта из трех, которые были. И мне кажется, здесь бы... Ну, для меня карта Heaven тоже как и наравне с Icebox. Меня вот некоторые проигроки за эту тему критиковали, типа, чел, Heaven самая неиграбельная карта, Icebox пока что самая неиграбельная карта. И ты такой сидишь, думаешь, ну, да, твои две любимые. Может быть, и здесь как раз-таки у игроков эта карта оказывается любимкой своеобразной. А там посмотрим. Ну, так что с игрой? Что с игрой? Потому что чат уже негодует. И мы тоже немножечко негодуем, так сказать. Где? М? Где режиссер? М? Погнали, все, слышим крики. Погнали, друзья. Ну что, стартуем, запускаемся в игру тогда. И погнали. Первая карта Heaven. Ну, опять же, я вижу, что у нас как раз-таки товарищ Бустер начинает с своей команды за атаку. Ну, та вот команда Братишкина будет обороняться. Ну, в защите начинать, конечно, будет несколько попроще, наверное. Но хотя, с другой стороны, уверенности Бустера, может быть, и в атаке разнесут, и вообще не остачивается. Кто же знает. Ну, мне, если честно, кажется, сейчас первые раунды будут за Вовой. А у меня что-то теперь делает? Не знаю, почему. Ну, а Серега ушел. Ну, пистолетка, опять же, довольно специфическая. Здесь пистолет — это вообще очень опасный девайс, по-хорошему. И против обычных девайсов срабатывает на ура. Ну и, видимо, аркаду пуда. Очень шустрый такой, да, проход. Ребята, без своей прямолинейной атаки действуют. В общем-то, тут и есть приемочка. Ну, уже тут кека хорошо закидали. На капусте. Бустеры уже очень со строго хорошо отработали. Сделали 2 минуса на заходе. И этого достаточно для того, чтобы зайти в плент и поставить спайк, условно. Да. Этим они и занимаются. Полка, братишки, нас дул. Ну и, собственно, все. На этом ретейк маловероятен, на самом деле.
остался один враг. Командный... Не, красиво, красиво. И правильно пишет нам в игре. Командный из каждого из игроков сделал по минусу. Это очень важно для Мараса. И без смертей причем. Да, Flawless Victory. Интересно будет, насколько часто они вообще будут практиковать разные пленты, потому что есть такое ощущение, может быть, А и Б в основном, хотя, в общем-то, и нация тоже иногда может загуливать. По девайсам, насколько я полагаю, если прожать табуляцию, это я вот, в общем-то, товарищу обсерверу нам говорю, табуляцию иногда прожимаю в начале раунда, чтобы было на что посмотреть. Видим мы, в общем-то, дефолтный экономический, за исключением Синди, которая револьвер вместе с армором. Это вот специфика персонажа, по всей. Норберта приемка мейн. Б. Вот он первый контакт. Строгая пока на заходе. Спокойные минуса. Но опять же играет против Эка. То есть тут вот такая вот засада. Срабатывать не сработала засада. Вау, Стин все-таки забирает кровавая. Ну и тут по жизни все очень печально. Я думаю, что это и на трансляции слышно. Я же правильно понимаю? Мне кажется, да. Эти крики, это безусловно кайфовые эмоции. Максимальный заряд. Ну и фаза покупочек. Первый девайсный, по-хорошему, должен что-то быть сейчас. С вебками у нас не так немножко. Ну, по никнеймам, да, не совпадают. Я думаю, сейчас давай, это давай, все наши режиссеры разберут, раскидают. А что по сетапу? Соло опорник А, 2 под Б и соло С плюс ДД в исполнении СИГ. Опять же, есть в этом свой смысл, но джетки пуда надо быть максимально осторожной. Ну, а пока занятие мида дефолтом. Да, пускай, я пол. Вместе с ребятами они тут, в общем-то, проходят под смока, откидывается молик, пропуш двадцатки, под бота. И, кстати говоря, братишкин живет каким-то чудом, если честно. Там бот его должен был наказывать. Быстрее полетел дальше в разнос. Забирает Синди. Блять, плыту! Да, хорошая приемка от Норбета с братишкиным. Махарнул на монитору, блядь. Пока тут аккуратно, да, выходил как раз из спик-сайта. Я все-таки ждал, что он делает скилл в спину, но нет. А это, кстати, одна из непривычных вещей, на самом деле, да. В спину обычно заходы таки делают под джим с КТ, но я вот протыкал, пропушила ли джетка длину и оказалась под окном. Вот, вот вопрос. Мне кажется, мы с тобой просто не обратили внимания на этот момент, как она оказалась пошла. И Наталья Берникова пришла. Кровавый тут клатч. Опять же, ситуация 1 в 4. Там один нефловый, но и вот первый минус на заходе. Норберт все-таки справляется с оппонентом. И первый раунд для команды братьев. Ой, попиздите, блядь. Такая самая интересная карта. Она разыгровочная, разминочная. Я думаю, что ребята сейчас плюс-минус друг к другу привыкнут. Плюс-минус будут знать, чего ждать. Поджимы кто-то может более агрессивный, кто-то менее агрессивный. В целом это рабочая история. Ну, а по девайсам мы видим, что, в общем-то, строго есть некоторые проблемы давай, с финансами, но, опять же, первый армор и какие-то давай. Другие приобретения могут это дело подправить чуть-чуть. Также вижу, в общем-то, Гардиону Стинта, довольно тоже специфический девайс, не каждый с ним может себя комфортно чувствовать. Ну, а тем временем бустер с компанией начали движение под Б, а вот тут есть некоторый вопрос. Да, Стинт вроде как готов это сидел зачем? Блядь! Близко. Раскидка фулова, и видно, что заход есть, это подготовленный своеобразно, да, ребята плюс-минус неплохо проходят под сайт, тем более забирают игрока за плентом, Синди, два размена, строго включается здесь, забирая братишкина, но Синди все еще крадется под смоками, видит и спайк кэрри, и видит игрока под 90, забирая еще двух сверху, квадрокилл, каравай, 1-1 против Норберта, и Норберт вытаскивает этот клатч, второй раунд для команды братишкина. Сука, крысы, блядь. Ты говорил, пот, вот ты пот. Ну, это хорошо. Сейчас тем Синди интереснее. Просто спасла раунд. Да. Давайте пятерочки. Ну, Синди грамотно приняла, я считаю. Да, есть, аккуратненько разменялась. Причем небольшой раз фокус был в команде бустера, мне кажется, потому что там человек немножко не смотрел в позицию именно за плентом. Да, они все смотрели буквально в одну точку. Ну, плюс Пакири был занят в основном спайком. То есть там без вариантов. Вспомнил. Так, ну я вижу экономический бустер. Это будет грустненько, опять же, по части пистолетов, потому что, да, револьверы очень опасный девайс, но посмотрим, насколько готовы булкен, ребята булкен. К стрельбе с него. Да. Он норбит, в свою очередь, зачекал длину и спокойно иди. Уходит на чек, да, опять же, запушили, ловера, андера. Позиция да, кошерная, бустер не ожидал. Сзади пушат уже, сзади пушат. Есть пода. Затишье перед бурей. Да, о, хороший минус от строга.
Бартишкин выбивается из-за плента моментально. Ну и продлевается раскидку, работает из-под плента, но Норберт остался у нас в поте. В итоге ультой шикарно Синди дорабатывает построго. Правда, Пока отловил Синди в ответ. Пока разошелся. Дядка, слышь. Ультует. Энта. Да, ульта не прошла. Хорошо! Не, ну обидно, довольно обидно. А как там, ты на сделал? Самом деле, на джетке не типа всегда сразу пять вытянул. И после этого начинается... А, так можно? Но опять же, Найстрай... Абридж, вижу тебя прямо распирает! Это был экономически. Давай. Смотри, я слышу, я позиционку а понял. Где, куда? Так, ну а пока с позиционкой, кстати, все хорошо. Отчасти. Парни, ребята делают акцент, опять же, таки, на Б плюс минус, соответственно, С поинт. Все так же соло отыгрывает здесь Норберт. А в атаке появляется ВП. Бридж и АВП. Ты вот тоже на бридже практиковал снайперскую группу, нет? Нет. Потому я вот довольно... на бридже больше все-таки за скиллы хотел. Он более мобильный, нет, да, ему, время. Скорее всего, нужно что-то более такое скорострельное. Все-таки постоянно должен быть в экшене. Тут раскидка под А. Под ультом она пытается, опять же, ворваться. Зачекают это КТшник или нет, пока под вопросом. Строго в смоку. Поймал как раз-таки Норберта, который пошел чекать под Хевеном. Врыв от Братишкина. Есть минус по поке, под ультой. Все шикарно. 4 в 4. Время есть, но... После минуса строго, и бустер снова все меняется. Да, вот тут. Еще один справа в коннекторе. Два в три. Ну, заходимся чуть, заходимся. Пошел. Соединимся. Так, ну, The Salt ждет. Пойдем. Опять же, кого-то здесь отловить. Стяжка по С. Ну, опять же, выгодно довольно решение. Да, опять хорошо, же, поднимемся. Учитывая меньшинство защиты, в этом плане все несколько поспокойнее. Перетяжки поймать было бы круто, но вот так вот. Сейджа просто расправляется с Рейной на ровном месте. И теперь уже 2 в 2. Инфа про заход под C100%. То есть иначе в этом не было никакого. Промахивается. Хорошо! Отличный минус 2. Еще от Сейджи в довесок. Трипл килл в раунде. Бля, у меня ну что, братишки на компании выходят вперед. Смогут ли... ребята под управлением бустера как-то ответить? Я буду надеяться, что да. Я все-таки надеюсь, что сейчас ребята соберутся. Уж эти комментарии зала, потому что с экономикой мы уже видим первые неприятности. Двое, а то и трое вне зоны доступа второго армора с вандалом. Первый армор всегда можно купить, но опять же, не на всех персонажей желательно настолько рисковать. И ребята решили сделать эко. Предыдущая эко закончилась ситуацией 2 на 2, насколько я полагаю. Ну и в итоге они проиграли его, но выбили много девайсов. Здесь. Ожидаем ли подобного перформанса, или же все-таки защита максималочку отожмет сейчас спокойно. Им бы тоже хотелось бы экономику закрепить все-таки. Не, ну понятно, дело. Ну пока поджимка мида. Все, классика, да. Вот это вот выбивание окна в ДД. Неприятности. Синди в упоре мида. Бустер, хорошая каешка закрывается. И Джуну, но это еще далеко не все. У Синди есть размен. Инфа есть также для Братишкина, и, собственно, небольшая паника. Да, с ДД открывается бустер! Что? Просто убирает двоих в ряд! И это эко, которое снова можно взять. Не, ну у бустера сейчас хороший шар залетел на второго. Нет, револьвер. Ну и что, Синт остается один против троих. Ого! Пока отлетает, но бустер покер оформляет в этом раунде. Это просто жесть. Блять, нахуй. Слава хорошо заряжает команду. Да, но... Опять же, довольно досадное поражение для Братишкиной компании, потому что ну, против эко отлетать настолько неприятно, по большей части, вот именно морально, что, учитывая, что, в принципе, даже после размена 4 в 4 все еще можно было спокойно доиграть. Но я все-таки, считаю, зарешал вот это шара, разлетело. Давай. Ну, давай скажем так, все-таки бустер довольно серьезный игрок. Я думаю, что там не столько шара, сколько именно вот уверенность, парень плюс-минус знает, как играть в шутер. Не, ну, конечно, Слава, да. Опыт все-таки какой-никакой есть, и отличный опыт от Норбета. Фока, немножко поторопившись, отлетает в Андре, да, и вот тут вопрос, как... Дальше продолжат, потому что экономика защиты тоже под некоторым вопросом. Там еще и аркада С. То есть у Братишкина с компанией вся информация есть, просто вся. Абсолютно. Бустер забирает Норберта. Уже 4 в 4. Немножко накаляется обстановка. Спина не торопится с подпушем. Братишкин в итоге смещается под Хевен.
У меня есть ощущение, что надо ставить спайк по-хорошему. Времени не да. Потерять здесь немало. Минус от братишкина есть по десауту. Спайк все еще не установлен. Блять! КТ, КТ! Ой-ой-ой. Ай, бля, я не знал, нахуй. А, еще и слава с бомбой был, он поэтому как раз-таки. Спайк. Я почему он не заплентил? Так он же ж не знал о ней. Он не знал, что он с бомбой, поэтому он еще и джампер зафейлил, типа не запрыгнул в окно. И вот после этого уже все. Интересообразная проблема. Так, ну ревайв есть, есть минус от Синди, а вот это уже очень серьезно меняет ситуацию. И теперь 3 в 1. У обороны все шикарно. И спайка вроде как под контролем. И позиционка. Ой-ой-ой-ой, Сейджа, ну вот то доверие. Не, да, страшки. Не страю. Ну ладно, они ульту въебали. Так-с. Но нормально, пора плохо, бы, конечно, прорвемся, само собой разгоняться. Блядь, по счету у нас, делать, насколько я полагаю, 5-3. Да, пока партишки с бригадой ведут. Ну, по статистике, да, плюс-минус ровно все держатся. Да, Синди где-то в КТ выделяется, плюс вот Десаут все еще проснулся, но его тоже можно понять, да, вот этот товарищ. Ну, я думаю, Десаут сейчас уже на второй карте будет лучше отыгрывать. Хотя, может, и на этой. Акклиматизируется. Тем более он только приехал с опозданием. Вот об этом-то и речь, да, что это все может не очень хорошо повлиять. Но, тем не менее, пока не шустрый он. Контроль С-длины, плюс где-то вот посматривает, кажется, за подпушем пуда. Я боюсь, сейчас Норберта встретит тот самый кемпер. Хотя, знаете, вроде как пропускает и Пока тоже рискует быть убитым. Есть минус как раз-таки от Сейджи, падает Пока, размен от Каравая, ну вот... Этого размена быть не должно было изначально. Каравай не должен был запускать Норберта в окно. По-хорошему. Но так не получилось, к сожалению. Загуляли мальца ответ. Ну что, стярочка под контроль на А, возможно, да? Пока непонятно вообще с выходом. Плюс времени там ну, какое-то количество прошло так или иначе. Нет заряда. 45 секунд на таймере. Ждут Синди, но не будет открываться, да? Что мне это надо? Как бы не рано, знаешь, вот есть такой мем в КСе. Рано все дела. Десалт поймал аркаду Синди, а вот это уже серьезно оставляет палки в колеса. Защита остается в меньшинстве, а и при ситуации 4 в 4 они далеко не в лучшей. Опять же, размены монеты находятся. И вот есть минус от Синта, есть размен от Десалта. Все. 3 в 2, атаки вроде как ничего не мешает зайти на Б и поставить спайк. А еще и у штуки. Тут проблемы свои, да? Вот. Скираспик кровавая есть минус. По Сейджи и 3 в 1. Стинт. Первый фраг есть. Клатч для него. Похилить сам себя он, увы, не может. Есть минус от кровавая. Хэт-трик также. От кровавая шикарно. И, в общем-то, четвертый раунд. Таким образом, бустер с ребятами забирают. Ну, обстановка определенно накаляется. Тем более, что для Хевена... Близкий счет. Они это ну, не то чтобы своеобразный дефолт. Но я считаю, что 7-5, 8-4 вроде как у защиты должно получаться. Но с картой опять же свои вопросы, потому что есть коллективы, которые именно в атаке себя находят и не оставляют шансов сопернику. Тут вот пока бустер, в общем-то, с ребятами в роли догоняющих. Что под бридж ульт. Ну, вообще, довольно опциональное решение, да. Некоторые используют, опять же, на заходе эту историю. Дот ультимейт. И за счет этого есть опен по Норберту, как минимум. Ну, дальше. Как защита будет адаптироваться? Спалились как раз-таки вот на простреле по боту. Спайк установлен. Уже даже 5 в 2 ситуация. Ну, защита серьезная проблема. Абсолютно. Найс! Найс! Слав, ну счет-то всего 5-5. Я, конечно, понимаю, эмоции это заебись, как бы все дела, но, может быть, надо по счету догнать. Хотя мы вышли во временную ничью, для атаки это хорошо. Непривычно так по вебкам смотреть. Я вот тоже, да, все еще ориентируюсь на ники, понимаю, что с вебками... Я думаю, что бля, после этой карты все пофиксит, немножко пока сложновато это во время матча в лайве. По статистике мы видим, что да, вот по 10 фрагов уже у кровавая с бустером,
пока у КТ никого особо, да, за десятку не вышел. Там Синди пытается все пробиться, но никак не эдак. Ну и до конца первой половины осталось совсем нет. Убил! Зашли на плент. Ну, мы уже там далеко не впервые видим, да, что бустер компании спокойно заходит в план. У меня план. Ну, в тот раз они не особо, потому что Синди дал сколько, 4 фрага, если я не ошибаюсь. А так ситуация была уже постплентовая, по-моему. Ну, то есть они пытались поставить пачку, но сам факт, что именно вот до сайта они доходят спокойно зачастую. У них есть раскидка, они плюс-минус знают, что смотреть, и за счет этого проблем нет. Но сейчас против Эко, ну, снова 4 в 2, вроде как доминация. То есть здесь, опять же, каких-то особых предпосылок к поражению атаки нет. Лишу их обзора. Найс! Найс! Минус Эко. Это халява ебаная, бля. Это просто, бля, изи бабки, бля. Это, бля, халява ебаная, бля. Ульты есть у нас у стента вместе с братишкиным. Возможно, что-то можно поджать. Посерьезнее. Тот же самый дабл лорс, да, двери. Я на итоге. То есть ульта у стента очень клево спотает соперников. Давай через дверь, ебать. Они плюс-минус могут знать о выходе. Давай вообще попридумаем. Поприкалываемся. Назовите счет. Счет, по идее, последний раунд первой половины. То бишь сейчас ведут 6-5, да, ребята. Под командованием бустера. Вроде как все хорошо. Ну и вот постоянные вот эти вот перепалки в миду. Как правило, ничего хорошего не приносят атаки. Потому что защита уже адаптировалась, более спокойно отыгрывает. Братишкин пытался под ульту, там, возможно, что-то под инфу собрать, да? Прожим медленные. Ну, вот она ульта как раз-таки у Sky залетает, которая палит двух, как минимум, игроков в Double Doors. И, собственно, на этом пока все. Пок пытается промутиться под смока. Тут, кстати, спайк, по-моему, перекинули. Это дает дополнительную информацию для защиты. А Строга тем временем поймал Норберта. И это был у нас в миде. Пак за Чистин отлетает здесь. Я думаю, как раз закрывает. А Пок на размене дозал свой размен, дозал дабл килл. Похоже, на этом первая половина и закончится. Не, ребят, ну это пиздец. Сережа наконец-то уже врывается в игру эту. Ну, как минимум, от ВП отказался. Более мобильный. Да и я ВП в Валоранте. Помогите мне. Это очень спорный девайс, да, тоже, согласен. Да. То есть, если сравнивать с тем же самым КСом, попадать с него порой бывает в разы сложнее. Почему? Кто знает просто. Кто знает. Я играю, ребята, двери обычно. Я в дверях ёбнутый, блядь. Так, по сетапчику. Двое пуда. Да, я на играю. Соло Б у нас как раз таки уступает джеточком. Но вот Рена на С-поинте вызывает у меня некоторые вопросы. Ну, ладно, посмотрим. Жесткий банни-хоу. Банни-хоу. Смогут ли взять пистолетку? Ребята из 89-го склада, как? Мне кажется, у них есть шансы. Я шаду тебе там минус. Поджим, поджим. Ну да, взял. Первый минус все-таки за ними, это из приятностей. Это C4. Плент надо отжимать. Про игрока, но там с поля пока не забыли. Ну да, с разменом окей, для атаки это все еще хорошо. А вот теперь немножечко пошатнулось. Так, о, полетели у нас там проблемы с управлением, возможно, я не уверен. Птичка немножко загуляла. Ой, как неприятно вышло сейчас с разменами. Строго и Пока вышли в преимущество, и теперь у Синди есть инфа про спайк дефуз, но смог как минимум, и вот проемочка от Строго. Интересно, это... пародия на какое-то животное было или как? Нет, я думаю, это просто Слава что-то себе добавил. Слава это умеет. Жестко, жестко. Скучаю, на самом деле, по таким ладам, потому что вот действительно эмоций не хватает. Там, знаешь, вот если крупные ивенты какие-то брать, да, там, возможно, не такие выкрики бывают, но все равно вот это вот присутствие аудитории, да, вот крики, эмоции, вот это действительно круто. Но коронавирус. Подождем. Думаю, что... Ну, не в 21-м, так в 22-м. Надеюсь, что все наладится. А пока приемка базы. И, в общем-то, братишкин начинается опен. Но Строго в андере погибает. Также страдает десаут. И небольшая развалка. Куда плентом у бустера с бригадой есть вопросы.
пойдут ли в ретейк вообще. Спрыгнет. Ставь бомбу. Так, ставь бомбу. Это хорошо. Ну, спайк, давайте. Возможно, будет установлен, но бустер поймал Shadow Kick. Сзади смотри спину. Опасник. Ослеплю их. На девятке. Так, ну и что, каравай с девяткой открывается, забирает спину стента. Почему-то не дочекали девяточку. Сприк под как раз-таки изгнанием. Есть минус от братишкина и, похоже, ретейку не быть. Слишком хорошо позиционки отстояли. Сюда! Да. Ну ладно, слышь, надо же им тоже покричать, блядь. Это верно. Ну, про палку так точно. Девайсы страшно видеть. Все чаще вижу гардианы. Хорошо, что попадают, но девайс весьма специфичный. Но защита, по всей видимости, наклевывается экономически. Парочку пистолетов кастомных и там вот это все. Друзья, давайте, хорошо, пока вот игра немножко набирает обороты, да, мы все-таки ждем очередного девайса. Вот команда бустера. Что скажете по игре в целом? То есть давайте, вот я вижу, что болельщики периодически залетают. С каким счетом может закончиться игра? На данный момент, насколько я полагаю, счет из разряда 8-6 должен быть. Будет ли это условный дополнительный овертайм? Раунд или нет? Или же все-таки мы закончим в основном времени? Играем до 13, если что. Но пока на карте тишина. Да, действительно, 86 счет. Минута времени. И очень сложно, опять же, да, по карте что-то защите выяснить. Но инфы особо... Не получали. Да не, ну я же считаю, я помню счет прекрасно. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. А вот волноваться ребят, сейчас стоит определенно за базу, потому что на апленте никого Shadow Kick забирает строго. Таким образом, да, поймал спину Пока, но Норбит, закрывающий десалт, оформляет практически идеальный контроль аплента. То есть в защите снова ничего не светит. По-хорошему. Зарядов. Блять. Ну, Норбит Спока поражен. Тут, опять же, задача, наверное, защиты выбить как можно больше девайсов. Сейви, сейви, сейви! Что-то ребятам намного труднее играть за защиту. Я хотя ожидал, что будет намного иначе. Ну, есть, опять же, свои минусы, да. Там где-то вот, опять же, карта большая, триплента, да. Возможно, не готовы к такому раскладу именно за защиту. Да, в Хэвоне можно. В общем-то, на Хэвоне, вернее, да. Немножко лучше реализовать атаку, но в целом... Посмотрим. Надо ждать очередного хорошего девайсного, да. Вот, возможно, где-то авик появится, оператор, в смысле, да, вот, и там будет попроще. Но пока, да, действительно, зеркалочка своеобразно нарисовывается. Как купить? Нет, вопрос, как купить, мне определенно понравился. Это жестко. Ладно, первый девайс, насколько я полагаю. Ну, бустер как минимум есть вандал. Не спецов также, в общем-то, второй армор. Да, про атаку пока, опять же, говорить особо не приходится. Там все хорошо. Ну и минус от Поки. Тем временем Норберт летает. Начало для защиты приятное. Без разменов стойте сейчас. Очень важно взять этот девайс. Очень важно, чтобы экономика начала... Понимать, очень хороший оборот в частности. И вот аркада от стента и потеря бустера. Дабл Дорс открывает сприт по С, если, опять же, они это захотят. Но по карте видно, что Б база, наверное, самым удачным решением в их, в принципе, да, в раскладе может быть. Но инфы у них такой нет. То есть это нам легко говорить, да. На Б никого. Сайди один. Иду по следу. Так, ульта полетела, Поку спалили, неприятно. А это ульта? Да, это ульта Sky, она выпускает три таких своеобразных существа. Они летят по ближайшим соперникам, до ближайших соперников. Их можно убить, пока они летят, стрелять по ним убиваешь, у них запас здоровья условно. И все.
Очень часто бывает, кстати, как легко эту ульту задоджить, там три в ряд встать, да, и один человек просто заспрейт три в ряд сразу. А ульта в итоге она дамаг наносит? Она, когда долетает до соперника, она его немножко блайндит, угу. И, соответственно, замедляет скорость атаки, насколько я понимаю. А тут, кстати, шикарный розыгрыш от Синди. Вот как раз мы обсуждали ульту, хэт-трика от Синди, и как бы... Нам похуй. Не, ну, в принципе, согласен. Давай. Бывает такое, бывает. Мы эко делаем, да? Так, ну, с экономикой эко. Похоже на эко, действительно. Хотя кто-то, опять же, да, например, тот же самый Край может купить себе два без армора и разыгрывать спокойно. Все-таки будет чем похилиться. Я в минус играю, ребят, у них бай. Ну и при матче пока вот такой вот, да, предраундовый момент. Хороший, блядь. Это не кофе, это HQD твой обоссаны. Комментарий про кофе, конечно, топовый. Ладно, аркада, может быть, ничем хорошим не закончилась. Пока отжал спокойно банан в этом плане. Ну и под смоком мансуется. Тут, кстати, мы с ним отыгрывают, в общем-то, десаут. И вот под флешки пытаются распикать. Да-да, согласен полностью. Играет тимплейна, но за счет этого дают инфу, что 2 пуда. То есть, как бы, инфа для атаки братишкина присутствует. Вот таким образом. Они заходят на Б в очередной раз. Минус от бустера шикарный. Синди падает. Буст. Так. Что за локейшн? По смокам пошли. Аккуратно. Спайк устанавливается 5 в 4. Опять же, бустер команды все еще есть шанс. Тем более, что каравай ловит стинта. Это уже проблема, это уже практически выигранный ретейк, если грамотно подойти к вопросу. А вот ревайв не входил в планы, но бустер доконтролил этот ревайв. Все так же, 5 в 3. Ультимейт в никуда, аркада под смоками, каравай закрывает Норберта, аркада также еще есть Норберта. И размен братишка не справляется. Шикарно работа, а ведь это был, ну, условный форс, да, там 2 каба и не более того. Вот так защита, наверное, в твоем понимании должна была отыгрывать, да? Плюс-минус хорошими разменами, доигровочкой. Потому что на самом-то деле в Valorant не принципиально, значит, не допускать игроков до плента. Можно играть и в ретейк спокойно. Благо, не как в CS, здесь есть скиллы, которые помогают делать ретейк. Но какие у нас контрмеры примут в атаке? Пока особо непонятно, да. Все так же, кстати, ловит за мид. То же самое, что и делал бустер со своими ребятами в первой половине. А вот Пока на контроле окна. Есть у нас попытка, опять же, выбить ДД, но... Пока дождется. Не попадает, а вот в кейсе бы попал. Да, в кейсе бы Пока разъебал. Какая отличная ульта от бустера второго надамажил, но не нанес достаточного урона, к сожалению, ульта. Не раздамажила вот так вот жестко. Попал в другую область, но... Десаут также забирает еще одного и, блядь, второго здесь же на виде. Тотальный дым в Майнкрафт, блядь. Слушай, походу проблема в атаке начинается. Майнкрафт. Зачистили они с Б-базой, зачистили. Какой у нас счет? 10-8. На секо или что? Да, у нас сейчас ведет бустер с ребятами. Три раунда осталось до победы, или же 5 подряд для команды Братишкина. Ну или допы, друзья, если блядь. Будет 12-12 раз. Мы про игроки Valorant. Мне кажется, или мы про игроки Valorant? Ну, пока спорно, Слав. Насчет про игроков, ну, вот чуть побольше. Вот сейчас вот следующую карту посмотрим. Если две карты возьмете, то, в принципе, да. Нормально. Так, а тут решили ребятки быстренько пуда ворваться, в принципе. Одобряем, не знаю, что угол не до контроля. Десау также с Хевана делает свою приемочку по Норберту. Стин с разменом. 4 в 4, ульта прима. Не в молоко, Синди попадает. Найс. Есть размен от Поки, ну Пока с ВП в упоре. Это очень рискованно. Плюс летит ульта, ее нужно сломать. Ее нужно сломать. Все, там немножко Поку замедлили. Вот, кстати, анимация, чтобы ты понимал. Остался один игрок. Хорош, Слава! Большой шлем, блядь! Заход великолепный. Эмоции после раунда еще не менее великолепны, конечно. Вот это балдеж, блядь. Да, это балдеж. Это балдеж, блядь. Это балдеж. Я на самом деле жду, когда добавят саундпаки, как в CS, понял, при раунда и после раунда с Буки. И там будет пак бустера с его битбоксом. Мне кажется, это будет имба коллап по-хорошему. Ну, с учетом того, сколько Valorant уже... Дверь? Ну, связь, да, я каждый раунд агрессивно играю. Ну, игре
на от силы год, то есть как бы не особо-то и много. Они все еще на пути, плюс здесь интересно скинул тебе, кстати, как новая коллекция с нерфом, коллаб? С нерфом? Это где? В Valorant добавили скины из нерфа, бластеры. Нет, ты не... нет, ты знаешь, как выглядит бластер нерф, да? Представляешь? И они, короче, тут с анимацией вообще такой бомбической. Но стоит бешеных бабок, на самом деле. Так, ну, тем временем аркада пуда. Полка решила принять как раз таки этот выход шерифом вместо авика. У Строго есть размен, падает шедоукек, но в остальном спайк установлен. И у команды братишки на 4 на 4 розыгрыш. Ой-ой-ой, с флешками тут Вова, конечно, немножко накосячил. Убил. Окей, 3 в 2. Подевятки, братишки, но все еще он живет под Хевеном. Так, флеш прилетел, аркада от Поки, шикарно. Ну и на этом, возможно, все и сейчас закончится. Пока ставит точку, забирай стенда. И ретейк 4 в 4 реализованный. Это в одни ворота, бля, такой не камбэк. Закрыто. Что, один раунд, друзья, отделяет нас от победы бустера. Один раунд. Ты ставил марк на допы. 4 раунда еще надо взять братишкину. 4. Ну, в защите все-таки посильнее начали играть. Причем началось это именно вот с полного девайса. Ну, то есть как бы до этого они пытались там, знаешь, миксовать, пистолеты. Вот это все, но... Сейчас вроде как окей. Ну что, матч-поинт. Первая карта в рамках этого шоу-матча. И вот как раз таки там товарищ с пулеметом я разглядел. У Морберта есть опен, бустер-размен. Пока также с братишкиным тут устраивают нам небольшую перепалку в миде. 3 на 3. Но после этого темп раунда резко падает. Вот настолько сейчас может быть тяжело в атаке снова забирать какую-то информацию. Не, ну пулик красивый, безусловно. Ну, пока не до него. Аркада мида. Очень тихо. Ну вот спайком все спалили. Моментально Фока дает инфу. Дочекают ли спину? Ох, хороший минус от Поки. Осталось дождаться тиммейтов. В общем-то, поменять позицию возможно, да. Он решил пробежать 100-метровочку. Ульта брича, аркада под флеш. Каравай с револьвером. Не дочекал. Не дочекал, да. Нам щит, к сожалению, и минус от шедоукека. Клатч для десалта? Али как? Флеш есть. Кроссфайр. Шикарная работа. Вот он первый раунд. Осталось три подряд. Да, доп. Три подряд. Три. Да не, ребят, тут без шансов, тут без шансов. Ну, три подряд без шансов. Че, завершаем эту карту? Наигрались с ними? Все, давай. Пойдем просто троих подпушим. Три мидл. Три медпуш. Ну, это надо с Рейна делать. Кровай. Нет, через мидл. Б мидл. Кровай, сыграй двери агрессивно. Пошли вот там двери, попростреливай и так далее. Да, я так и сделал, братан. Так, закидывает хаешку в окно, словом. Под ульту. Ох, как он сейчас там на сине взорвет просто все, что будет движется! Блядь! Закотный, минус 140. Да, второй очень красный. Тихо. Ну, найстрай, опять же. Поджал. Десаут также поймал братишку. Минус 2 десаута разменом от стента и Норберта. Пока ловит Норберта. И это клатч для стента. 1-2. Он проигрывает, друзья. Первая карта за бустером. Бля, и его команды. Бля. Ну что? Блять, вроде ну что как плотненько местами, но... Плотненько было в начале. Ребят, второй половине. Пиздец, ну, в целом со старта было плюс-минус, да, ровно. И вот потом вот во второй половине первый раунд за КТ у Славы не задались, правильно? Да, конечно. Как тебе в целом? Как тебе в целом эмоции просто? Вы вот, мы уже закидывали, да, и в чате пишут, что немножко душновато. Мне похуй в КС, я бы горел пизда, да наверное. Да нет, ну... Понимаю. Valorant просто сама все свою... Понимаю, брат. Своеобразная игра, и многие привыкли просто к КС. А тут... Постреляли, а тут скиллы, да, немножко другие темпы. КС-ки? Ибо сразу в КС-ку залетают, бля. Так, ну хорошо, мне бы хотелось узнать, через сколько у нас будет следующая карта, залетят ли к нам Вова, в общем-то, с бустером вот после карты. Да, это пиздец на виски. Короче, мы когда играем в шоу-матч, я, блядь, все ухо натер. Пиздец, как стропонио, блядь.
Кейси в Лоранте открывает. Ребят, не замысел, блядь. Ладно, следующая карта, насколько я помню, будет у нас, в общем-то, Байнд. Да. Байнд. На нем. На нем. Да, что ждешь, в принципе, по эмоциям? После такой карты. Будет ли размен? Ну, опять же, 2-0 может быть, потому что реально, если Слава... Ну, надеюсь, 2-0, потому что я уже заебался пиздеть. Просто очень трудно комментировать. Ну, простите, простите, что... Нет, ты идеально справляешься со своей работой. Нет, но опять же, если тебе есть что-то сказать, давай. Нет, нет, продолжай, и все хорошо. Ладненько. Я не знаю, пройдут нам Вова со Славой, в общем-то, в целом. Хотелось бы, наверное, идут к нам, вот нам подсказывает режиссер. Ну, я думаю, у тебя будет хотя бы хоть какой-то вопросик. Какой-нибудь вопросик. Как же это было легко, да? Это пиздец. Что у вас произошло в начале второй половины? Я просто вот не понимаю. Вы, по-моему, там начали миксовать девайсы в самом начале. Слушай, мы хуй знает, что там произошло, но там ёбка, блядь, произошла. Потому что на самом деле первая половина максимально близко. Там до определенного момента казалось, что вы вообще можете выиграть. Ну, поначалу они нас начали... Да нам тоже так казалось, блядь, в принципе. Потом мы взяли свои яички в руки, хотя это было сложно сделать. И пара потому ультимейтов... что ладошки маленькие. Пара ультимейтов от тебя. Видел пару флешек почти... от меня, блядь. Не, у тебя тоже были хорошие себе, флешки. Блядь, типа. Проблема в том, что у тебя ультимейт... За кого играл? За Феникс. Да вообще можете выйти, ребят. Типа. У тебя парочку ультимейтов были клевые, действительно, но вот урона не хватало. Бля, вот, чуть-чуть, слушай, на сине ты джампера два сразу потратил? Ёбнутый, да. С миниганом, блядь, я один бескликнул, бескликнул. Вот тебе его как раз не хватило, ты бы там четырех убрал, там четверо стояло. Я причем накоцал, слушай, я накоцал троих или четверых, а потом, блядь. Второго точно, да, минус 140 второму нанес, но, к сожалению, не хватило. Урона у меня тоже, вот я из-за этого с резы пересел, типа, ну, ультимейт... В свое время как-то троллит. Ну, он просто, знаешь, там ищенька, вот надо прям в упор попасть, блядь. Потому в что... землю и в текстуру обязательно, а там иногда убивать, иногда не бывает. Так, Вов, хорошо, у нас есть, в общем-то, я понимаю, что первую карту забрали. У вас на Байнд. Я ссать хочу. Интересно. Да что, попробуем? Ну, вообще, вот ты вот так вот поиграл с ребятами, но ты понимаешь, что у тебя там заряжено, типа, и не заряжено, нет? Не, ну они у меня заряжены. Я чисто на похуй такой играю, бля, я... Ну, после ГС-ки, слушай, но, честно скажу, накал не такой, конечно. Для 20 часов... Да. На Фениксе ты даже нормально, очень неплохо нормально. Себе въебал опять флешек. Слушай, попробуем что-нибудь сделать, хотя бы интерес, чтобы какой-то был. Будете ли менять персонажей? Хуй знает его. Я сейчас в аналитике сижу, пока там распикаются пацаны. Я думаю, там нехуй менять. Да, там, думаю, там да. Было, и так там нормально. Было идеально. Кстати, пик у них реально нормальный был. Ну, плюс-минус, да, такой адаптивный. Получше у нас у них хотя бы хил есть, блядь. Ну, вам, опять же, хил не обязательно. Сейджа, конечно, немножко забыта в мете нынешней, да, но она не принципиальна. Я удивлен, что у вас никого ни Сайфера, ни Киллджой нет. То есть у вас вообще ребята, вот постоянно кто-то пушит спину, бомба, Сайфер. Когда выходил Киллджой, ребята еще, так сказать, уже в другой игре пребывали. А Сайфер? А вот Сайфер просто не натренирован, я думаю. Ну, просто на будущее, надо, как надо бы. Надо над ним работать. Может фу, быть. Блядь, убрали мой кадр, блядь. Я уже хуй знает, куда смотрел, блядь. Хорошо, как вам эмоции? Все-таки первый матч. Бля, братан, побежать приятно. Побежать приятно? Че по FPS-ику? Ну, в КС играть приятней. По FPS-ику нормально все? По FPS-ку, кстати, да, вообще. По FPS-ку... Пушка. Меня, пожалуйста, выведите. А, блядь, меня вывели уже. Прошу прощения, не заметил, блядь, чуть-чуть задремал, блядь. Invasion Universe, спасибо за компьютеры, блядь. Это реально удовольствие. Потому что в прошлый раз компы такие поносные были, блядь. Пёзнутся говно, блядь. Ну, и тем более в кейсике все-таки с FPS-ом похуже, на самом деле, мне кажется. Да не в этом дело. В прошлый раз компы из спермы были. В прошлый раз были компы вот такие, блядь. Не, ну то, что они маленькие, это же не обязательно. Ну, так оно лагало все. То, что маленькие, это не значит, что нельзя использовать правильно. Главное, блядь, это что? Опыт. Согласен. Угу. Ладно, хорошо. Маленький королек, как говорится. Чего ждете от бинда? От байнда. Чего? Чего ждете от второй карты? Что он сказал? Блядь. Это вторая карта. А, да что? Пососать бы. Того же ждать, блядь, если я того же ждать. Да я не знаю, слушайте, видно, что качели какие-то ебучие были. Я от тех людей, которые, в принципе, должны были отыгрывать, не ожидал, что они не будут играть, и наоборот. То есть, казалось бы, я просто... с бустера охуевал по полной, типа, это вообще какой-то рэмбо. Квадрокилл с дигла просто будет. Да, бля, ты там показывался этот момент? Ты нет. Второго убрал со стороны именно игрока, мы видели, которого да, ты убираешь, там просто, я не знаю, вышел. Это пиздец, это легендарная хуйня, блядь. Ребят, нарезайте там везде, да, в Инстаграме, блядь, распространяйте этот момент, делайте киберспорт, мувики. Делайте мувики, контракты присылайте, нахуй. Я в киберспорт, блядь. Хорошо, еще будут ли турики по валику? Мне вот интересно, вам вообще в целом пока вот нравится эта игра, нет? Ну, игра, конечно, нравится, но... Да, но, да. Но турики под вопросом. Да, вот как бы да. То есть так. В целом не заходит именно вот такой геймплей? Не, геймплей заходит, слушай, честно, мне Valorant нравится.
Ну, по сравнению с CS, например. Ну, знаешь, я уверен, что Вова за CS просто в этом плане. Но, знаешь, это та игра, где надо набирать свою аудиторию потихонечку. Знаешь, как CS-ка нарабатывала годами туда-сюда. Да, есть... но это она просто влетела так резко, и пока что еще половина народа просто, наверное, не выкупает. Говорили, это убийца Counter-Strike. Ну, много чего говорили. Много вообще людей пиздят. Пиздят. А на деле, знаешь, по-разному получается, вот так скажу. Бывает нормально, бывает просто пиздят. Бля, сейчас обоссусь. Так ты можешь просто это сказать, слово я его. Выйти хочу. Это он реально первый раз сказал. Нет, но было парочку. Нет, ты можешь было парочку таких же, блядь. Мужики, раскрутите его, пожалуйста. Сделайте. Да он раскрученный уже. Это Квикантик, это, бля, медиагигант. Да, да, да. Прикольно. Он, чтоб ты понимал, он стрим день начинает, блядь. С него весь Твич оживает, нахуй. Если Квикантик стрим не подрубает, никто нахуй не подрубает. У меня был смайлик в честь него. Квикантик? Я его снес. Какашка, что ли? Че? Да ебло вот такое какое-то. А что снес? Я снес, потому что новый загрузил. Нахуй Квикантик, короче. Да я думал пустить его как батю, понял, типа батя вылетает, и там лицо Квикантика летит такой. Но я у него разрешение спросил, конечно же, он такой, да, заливай, похуй. А реально, у тебя прям с его лицом был? Да, 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 да. Он тебе разрешение спрашивал? Да. Пиздец, блядь. Ну а чё, а вдруг он скажет, а мне не нравится, что твои парни комплименты, блядь, меня в чат кидают, я тебе, блядь, прикрою канал. Я спросил заранее. Это в наше время возможно. Да, да. И на авторское право это опасно. Ну, я думаю, за такое не на 3 дня будет. Какое сегодня число? 25. 25. Где? Что, все? Или какого? Января же правил? Ну. 22 января. А, фу, ну еще месяц есть, хуйню нести. Живем пока, да? Да, пока хилимся, живем. Ну хорошо, что, вторую карту готовы начинать, нет? Может, тогда да. Пойдем зафорсим ее? Это бин. Долго не мучить. Ну, да что долго не мучить? Сейчас мы их отъебем в задницу. Ну давайте, Вова. Давай, как там? Ух, ебать, я крепкий, нахуй, мужик. Ну да, в натуре. Орешек. Чувак, ебать, полетел, нахуй. Ох, нихуя, вот так можно еще раз пройтись? Можно вернуть под эту камеру? Хорошо смотрелся. Расклипуйте по-братски. Ты хочешь как с... Ну, ты понял, тот самый клип? Давай сначала. Уберите меня с кадра, я буду входить в него. Не, вот так вот чуть-чуть. Просто вот снимайте вот пустоту, я зайду. Да не так. Вот с этой, короче, наверное. И за мной вести вот так. О, я вхожу. Нихуя. Нихуя. А, давай за мной. Это же все-таки стрим. Мы это не вырежем. Блять, не можно поссать сходить реально? Блять, ты заебал нахуй комментатора, блять. Где? Ты не успел. А тебя не предупредили? В смысле, блядь? Слав, его не предупредили, Слав. А похуй, пусть по тебя киликает, блядь. Вон стакан пусть нальет, нахуй. Так, ладно. Бля, я сейчас лопну, нахуй. Тебе нужно будет в любом случае решить этот вопрос, а нам с вами нужно понять, друзья, в общем-то, я попросил в чате. Причем до сих пор, кстати, висит, в общем-то, на формат. Друзья, модераторы, у Славы, может, замутите на вторую карточку прогнозики, нет? Как думаете? Я думаю, есть смысл обновить. Ладно, давай какой-нибудь контент. Давай какой-нибудь. Да я поссать хочу. Ну, какой контент, блядь? Этот контент. Потом. Не, мне реально надо поссать, я сейчас лобну, блин. Режиссер. Мне смеяться больно просто. Мы не можем. Хорошо. Я пытаюсь, понимаете, я... Ребята пока рассаживаются. Вот, в общем-то, ну, просто все вопросы уже были обмусолены. Вот, товарищи в кадр притащили, вот... Все, не снимают, смотри, проверь. Да верните Жожа в кадр, да, пускай. Да не снимают. Иди сюда. Сейчас на тебя включат, ты не волнуйся. Так, ну, видно, что заряжаются ребята, в общем-то, водичку, так сказать, попивают. Гайка обошла бы сзади. Да я тоже так думаю, мы ебем слишком жутко, блядь. Пацаны, заходите. Пацаны, заходите. Стой там. Оставь ее себе. Сука, как мне поссать сходить? Это было в эфире, если что, держи в курсе тебя. Это все еще в эфире. Бля, я даже смеялся. Здорово, ребята. Это... Так, там кейс крутит. Подожди, Слав, там же кейс крутит. Подпишитесь на канал, что ли. Так. И 27 числа шоу матч против Virtus.pro будет. МП5. Прикольно будет, обещаю. Если 200 тысяч онлайн будет, хотя это, наверное, невозможно, но похуй. Я на вас на сцене повреюсь, блядь. Просто сяду и повреюсь. Давайте. Второй кейс там пошел. Да, серьезный молодой человек. Каравай крутит кейс, насколько я полагаю. Что, как там, выбил что-нибудь?
По-моему, два нормальных хилла. Там ничего выбить нереально. Ха, не удалось пройти мимо камеры. Давай назад. Макшак. Так, ну я думаю, что я тоже, наверное, могу выйти в зал, а понять, что там у ребят будет с картой. Будет ли старт? Угу, ебать, прикол. Запах детства какой-то. Да интересно, а запах детства тоже был в эфире? Нет, нет, просто ради, ради интереса. Этот фейда. Так, ну ладно, возвращаемся пока из зала к нам. Тут у меня тут два человека интересно добавилось, но... Не, приятнее мне. Ну куда? Не оставляйте меня одного. Не оставляйте меня одного. Жожу в кадр можно, пожалуйста, Жожу? Так, ну пока с лобби тут проблем некоторые. Залетайте, Танюх, заходи. Просто посидите в кадре, чтобы я не был один. Ну, пошел контент, пошел. Ну, это вам сердечко чате, кстати, да. Оно самое. Так. Но пока особо некоторые проблемы, насколько я полагаю, от режиссера. Есть у нас там у игроков некоторые неприятности, но по ним много заходят. В общем-то, вторая карта, как я уже говорю, будет байнд. Я, кстати говоря, не знаю, будет ли у меня мистер коллега Марк, пойдет ли обратно. Ну, вы поняли, он потерялся немножечко. В поисках, так сказать, нужды. Ой-ой-ой, так, какой счет? 1-0 в пользу команды Бустера, друзья. В этом было 3. Решили играть было 3 вместо было 5, потому что немножко задержались по матчу. Бывает, со всеми бывает. Микрожожа, скорее всего, просто как бы пока под вопросом этот вопрос. Не знаю, как это решить. Насчет Пчелкина, кстати говоря, да, Лёшка-то приболел на самом деле, так что вы могли бы там это сердечки щиты еще и за Пчелкина поднять. Он там приболел все-таки по-хорошему. Поздравления вам, Алексей. Поздравления. Вот это все. Хантик пока пропал, действительно. Во-во, пошел. Бля, ребята, на вас нахуй, вы еще... И еще кто-то спрашивает, будем ли мы в это играть. Нет, конечно. Слышишь, блядь, Серег, я тебе могу свою отдать мышку, а мне потом дадут. Она у меня юзана, ну как бы... Эх, ну я пытался. Но это не работает, то-то не работает. Ну пару дней я. Куда я отошел? Ну я да, представляю, что по туда. Времени займет. Ты сможешь сегодня забрать. Она у меня юзана, и Катя юзает. Она играла где-то, ну, 3 дня, она не максимум, 3 стрима. Так, там вопрос мышка теперь еще раз, насколько я полагаю по комментариям. Не, я говорю, просто нам, типа, не принципиально. Ну, мне пришлют новую, типа, вопрос я говорю. Пишите, сейчас. Просто мне это быстрее сделать. Елена Валорант вообще-то. Алена Валорант была. Нет, Анжела, Дота 2. Синди, CSGO. Елена, там Елена, проблема у человека была, и, соответственно, с клиентом был вопрос. Алена Валорант. Да, поедем просто. В Карелии. Марк это шоу, друзья. Подождите, скоро вернется, товарищ. Пропал. Мистер Хантик, ну. Обязательно вернется. Обещал вернуться. Но это не точно. Он там вырубает ее, слышь, такой. На, подойди. Да не работает, братан. Слушай, ну с мышкой, кстати, мне тоже реально страшно. Мышка делал такое. Напомните, никогда больше не скачивать эту хуйню, блядь. Не, Вов, надо скачивать Valorant. Valorant — это хорошая игра. Не волнуйтесь. Просто бывает. Ну, прикольно, но да, его не смотрят. Не, ну, слушай, когда смотрели-то, блядь, карантин, и когда ключи ждали, блядь, все на эту хуйню. Что-то они обосрались жестко вообще. Так, ну, насколько я полагаю, там с клиентом все еще проблемы, да, режиссер? Ебать, он монитор хуярит, блядь. Чатик, скажите, вы сейчас бустера с Вовой слышите, да? Я просто тогда не буду их перебивать, просто я вот в этом вопросе, мне интересно. А тебе тоже сказали, что от 40-го уровня теперь берут? А у нас, блядь, там пизда. Хорошо, короче, оставляем тогда Вову и бустера в кадре, друзья, а я пока в мьют, чтобы вас немножко не раздражать. Все, давайте. Не, ну ты, сука, сколько ты донатил сюда? 1 100 000 силы. Пошел ты нахуй. Готовиться к игре. Выйти из игры прям? Да, выйти всем прям и заново. А я из игры именно вышел. Я сейчас заново зайду, похуй. Ебать, что за хуйня? Ого. Бустер такой, бля, выебите нас, пожалуйста, на третью карту. Я говорю, не. Ребят, тоже, пожалуйста, выйдите.
Ну, посмотри, судя по крикам, вообще не то, что было раньше. А у вас есть сингл? У вас есть сингл? Смотри, какой у нас статус. Выбор один из своих. Бля, нет, все равно. А почему это? Так может я именно прямо из аккаунта нет, выйти? Просто нет, не по, тут дело не в повторе, а в проеме. С ними, блядь. Мы очень сильно задерживаемся. Хесус душный был. Хесус был душный, а бустер был босранный прям сильно. Я вот сейчас, я вот сейчас прям полностью... А Хесус прочитал вопрос и сидит такой... Нет. Нихуя качает, мы мужлишка. Да-да-да, он просто взял так. Я такой, что охуел, что ли? Я говорю, пиздец, взял мне шоу, заруинил. Я с ним договорился, я говорю, если провокационные будут составлены, я говорю, я их списком выписываю тебе. Ну, батю забанили. Че? А, это нормальная хуйня, она всегда так пиздит. Наркоман, ты че, зависимый? Блин? Они шарят. А че, тебе тоже? Да, ну это какой-то комментатор, а именно... Ну, на 27-й. Я на полтора перешел. И я себя нормально чувствую. Нам быстро надо было экспресс, там же прям Диман с Лёхой не стрелили прям жёстко. Можно выполнять, я сейчас вот это вот докурю и всё. Не. Жула, блядь, я на горшке аж, блядь, сижу с Жулой, я такой, все, пиздец, мне вертолет. А эта хуйня не... Я нулёвку заряжаю, туда буду скоро, и все, я отвыкну. Нас слышно в эфире то, что мы все говорим. Все. Тебе еще что там хуйня плюется, блядь, иногда. Плюются иногда. Не-не. Не, неприятно просто на вкус. А, все. Понял. Да. Вов! А! Слышно то, что вы говорите? Да? На стриме, да. Да. Так а что, мне отрубить нельзя, блядь? А, да. А, блядь, ебать его жопу нахуй. Сделайте открытое лобби. Да, просто откройте. Не, ну закрыто, вы же заново создали. Давай, переходи, все, полетели. Вторую быстренько забираем, ебать, и по домам, нахуй. А сейчас, получается, все слышали, к вам... А, мы не сказали, что за кальяшка, да? Да, все, заебись. Добавьте поку кто-нибудь. Мужики, лобби открытое, добавьте поку. Есть, как нет. А это снимается камера? Ебать, блин. Так. О, Лего выпало, блядь! Блядь, это охуенный. Ебать. Это вообще имба. Не-не-не, там подарок новогодний. Выдало. Ты играешь? Реально? Ебать, имба, блядь. Эти лучше, да, лучше не снимать мобилу, там может выскочить звонок быть. Вот, забирай вот это. Вот, забрать подарок. Открывай, смотри. Во-первых, вот это. Во-вторых, вот это. А, нет, ты не забрал еще. Бля, только что был у тебя. Не, там бесплатный был. Да, 100%. Бля, пробуй в игру перезайти, я не знаю. Так.
Бля. Верни, Макасарь! Все готовы, все, мы ready. Погнали! Let's go, bro! Вован! Мне Лего выпало только что. Спайк? Нет, в рейде. Все, дай дубку. Пойду. Сяду в жопу. А? Кто? А. Смотри. Это имбовая. Да, это охуенно. 5000 голосов, блядь, у нее ценник. Пиздец, дядь, ну типа я вот... Так, друзья, ну, вроде как пофиксили все проблемы. В общем-то, товарищ Марк вернулся. Ну как, нужду нашел? Просто, блядь, слава богу, что меня открыли. Я чуть не умер, пока там ждал. Ладно, друзья, следующая карта, Байнд. Насколько я полагаю, игра уже вот-вот совсем скоро начнется. Отсасывайте! Нет, ну... Я бы сейчас быстро закрою, не волнуйся. К этому долго я буду еще привыкать, по всей видимости. Ладно, погнали. Распик персонажей. Что? Карта Байнд, собственно, команда Бустера уже ведет счет там, 1-0 в этой BO3 серии. И я уже вижу, что, в общем-то, особо сетап Бустера не поменялся, если честно. Вот, единственное, что плашка сверху наоборот. Ну, это ничего страшного. Вот. Страны Братишкина, кстати, все то же самое. Абсолютно. Единственное, что Норберт на бриче, вот это вот для меня удивление, конечно. А так, в принципе, то же самое. Посмотрим, чем закончится. Погнали! Погнали. А... Нет, вам пизда! А зачем на нас? Может, мне спайк выпал! А вот нет, блядь, вам пизда! Нет! Сдавайтесь на Орда, а насрать. Да, да! Нет! Вам пизда! Пососи! Это отсылка к треку была сейчас? Или просто... Лерой Дженки! Вот эту отсылку я понимаю. Да, просто 3-0 делаем и едем коллежку. Ладно, погнали. Вторая игра в этом шоу-матче. Дисциплин Валорант, собственно, Братишкин Бустер, карта Байнд. Ну что, давай в этот раз ты будешь доминировать, Марк. Давай. Нет. Давай, давай, давай. Я жду. Я жду. Да я даже не понимаю, что я должен говорить тут. Ну, хоть что-нибудь интересное. Ну, я чисто попал. Ты же стример, ты должен знать, как разговаривать. Ну, не комментировать. Это совершенно Представь, что это твой стрим. Чисто, just imagine. У меня тут должен быть тогда TikTok вместо всего. А, нет, ну тогда, прости. Тогда мне добавить нечего. Ладно, что у нас, аркада базы. Вроде как пытались ребята распикать первые позиции под упором. Опять же, жали сады. Есть контакт с Норбертом. Норберт, две головы на выходе. Кровавый строго просто улетают. Пока. Да, сделал размен, но для атаки это меньшинство. Стинт, шикарная работа. Также и Пока. Здесь отлетает. Минута времени 2 в 4. Кто плачет? Блядь! Не, ну это анлук. Ну ёб твою, блядь! Это анлук. О, это красиво. Ладно, Тесалт, возможно, постарается как-то исправить положение. Все-таки 1-4. Потрачена была последняя флеш. Ну, Вову забирать может. Вову забрать-то да, но тут еще кроссфайр, возможно, Синди не позволит просто. Они тут стоят-то. Ай-яй-яй, Синди отлета. А вот это уже проблемы. Так, братишкин. Так, так. Соплую Синтану! Вова! Вова, говоришь, можно забирать, да? Ну, я акцентировался на 13 хп. Да. Пистолетка за командой Братишкин. Вроде как начинает хорошо. Ну, опять же, для Байнда, да, в целом, наверное, все-таки защита несколько более интересным образом выглядит. Тут, я думаю, никто спорить особо не будет. Есть, конечно, атаку, опять же, некоторые опции с твоей же Вайпер, к примеру, да, за атаку. Есть очень крутой раунд, набор раундов, да, с Вайпер. Но в целом, я сомневаюсь, что здесь мы бы увидели ее. Просто она очень сложна в исполнении в этом плане, да. А так, Серега, бля, Пока. Что у нас там у команды атаки? Были арморы? Подождите. Неужели это форс? И опять же, ребята начинают сначала немножко некомфортно. Возможно, для себя. Ну, атака отжимает сверху, да, опять же, в бафе. И, в общем-то, пытается
у Атлантаса сыграть. Причем аркады от защиты мы с тобой не видим. Никто не пушит спину. Вообще абсолютно. То есть играют просто через притяжку в КТ. Атаки это, наверное, только на радость, да? Опять же, потому что нет персонажа, который контролит спину. Нет, чисто, чисто. Так, информация. Чисто, чисто. Ну, сейчас знаем. Бомбу забрали. Базы все было. Еще один игрок у нас в обороне. Как раз таки Норберт. Могу, да, но лучше бы вы забрали. Вы Спайк. Слушай, так они его скинули вообще-то под шортом. Так. И я боюсь, что там была информация со звуком. Потому что когда кидаешь спайк, здесь он довольно громкий. В КС с бомбы так не работает. Нет зарядов. Так, ну и пока, в общем-то, продолжается стояло. Ну, не рано пытается фейкануть ТП-шкой. Окей, такое тоже можно принять. 30-я секунда. Близко, близко, есть близко. Минус от братишки на заходе. Бустер yeah. отлетает. Причем выходили по одному. Также и Пока здесь пострадал. Ну и ТП строго под смок, сайт. Опять же, особо где-то чего-то не находит. Блядь, хотя вот удалось сайта. Найти братишкина, например, да, по пост-инфе. Минус 55. А времени 14. Напоминаю, Стинт, Шедлоки по фрагу. Рейна, Каравай, пошли. Время, время. Спросу. Ребят, кто-то из вас хуёвый сайт смотрел, мне в спину ёбнули. Что, мне кажется, наши с тобой комментарии излишни в такой ситуации. Боба и так все расклады даются. Мои тем более. Вообще, чел какой-то в спине оказался, я не знаю как. Да, да, да. Так, ну, первый девайс немножко откладывается для атаки. Нужно сделать еще один экономический после уже, да, выходить на первый девайс, собственно. Тут да, что по пистолетам? Револьвер, пью, спикну ГОСТ в смысле, да, и два, так сказать, классика. А как метки ставить? А, ну да. Так, решили пойти через шорт. Ну давайте. Быстро экономически подам. Дэшка как раз таки под лампы. Братишкин, Вова! Да ладно, минус 3. Его так долго разминивали. Да, взорвали, но он сделал уже 3 минуса. И это шикарный размен для защиты. Не, Вова хорошо сейчас отыграл. Блядь! Ну я прям в голову лил ему. Что за хуйня? Сюда. Счет как совсем на контрасте. Блять, прям карты. Голову лил, братан. Блин, причем странно, Вова вроде стоял в одной позиции, все вышли как будто в линию просто под его обстрел. Да, как не зарегал-то, ебаный, блядь, соус. Немножечко недоразменялись. Ладно, сюда это хорошо. Ну вот он первый. Хороший день. Бай раунд для атаки. Согласен. Пока с АВП. Опять же, ульта есть, возможно... Пока залетает, если что. Можно было что-нибудь придумать. Да. Под кинжальчики-то. Там штабик, конечно, в атаке замечательная штука, если убивать, но пока для Поки первого раунда не давались. Вот так аркада под флеш в кальянную. Но опять пытается это дело пока немножко обойти стороной. И минус от Братишкина. Воу, вообще разошелся. Да. Такой раунд подряд начинает с опенов и строго размен, но для атаки это плюс. Все-таки Б база всего один игрок. Это Стит. Стинт еле живой, сам себя похилить он не может. Иду. Стинт отдает поинт, отходит назад. Вот как раз таки идет Сиджа, чтобы она его похилила. Бот никого не заспотал в просвете ушел, КТ. Сайт уже заняли, собственно, атакующие товарищи. И прокид к смоков. С спины там пропик был, так или иначе. Контроль тоже присутствовал. Бустер очень сильно прогорел, но строго. И Синди по размену ДЦА отключается. Очень сильно концентрируется внутри сайда, ребята. Нужно как-то разойтись немножечко. Стинт по блайндам не довел. Шедлкек закрывает полку. Размен от бустера. Похоже, первый раунд для бустера и бригад. Неужели, неужели? Ну, это первый девайс, в общем-то. Прощупали. Просто не совсем удачно сыграл, наверное, в окне, да. У нас товарищ Норберт. Ну, бывает, бывает. Подловили. По поводу вебок не знаю. К сожалению, информации у меня нет. Немножечко сложновато. Кто вин первую? Еще раз напоминаю, да, для тех, кто только-только подключился. Бустер с компанией забрали первую карту. По счетам 13-7, 13-8, что-то такое, по-моему, было. Даже условно не ТБ, но это уже отдельная история. А пока попытались под строго с ультимейтом. Неужели не услышали? Да нет, Вова, ну опять опен в раунде. Да что ж такое-то? Вова! А ведь он говорил, что не очень сильно чувствует эту игру. 20 часов сказал. Да, 20 часов, друзья. Ну так. Но, тем не менее, минус от бустера также есть. Братишкин падает десаут, включается, забирая Синди.
А это уже совсем другая история. Shadow Kick. Два фрага. Бустер Каравай с разменами не совладали. Но Пока пытается изменить. Этот раунд в свою пользу, да только Норберт не прощает. И лоу-хитовый десал погибает от Норберта. Блядь, что-то они заиграли нахуй. 4-1. Да, действительно, Слав, они заиграли. Они заиграли. Дайте Синдиа пушку. Пушку купите. Пулемет от Синди. Не, ну это уже кибербуллинг получается. Да, расфан. Причем против пистолетов. Ну, с другой стороны, видим три ультимейта в атаке, готовы. В теории, конечно, можно было бы что-то под них подсетапить. Но у Норберта, кстати, Сейджи также в защите есть. Ультимейты, что тоже можно отрабатывать. Кто-то забыл еще нахуй. Стенка вот... На самом деле, вот тоже очень жестко ненавижу Сейджу на байнде, потому что, играя на рейс еще в старой мете, мне очень много проблем, Норберт, ты... Этот ультимейт сейчас был очень страшный. Не надо так делать, Норберт! Не надо! Пулемет от Норберта! Два килла на заходе, размен от десаута, душить нужно, торопиться. Ну, будет рискованно отчасти, тем более, что изначально 3Б стояли, и как бы видно, да, что атака не особо-то и нацелилась на этот сайт. А там еще и Shadow Kick в соло забирает Каравая, и на этом большая вероятность, что экономически закончится. Нет зарядов. Пиздец. Сорок секунд. Ага. Хороший минус от десаута. Куда ты летишь, спермота, блядь? Минус братишки на десаут также погибает. Ну что, 5 раундов уже. Слушай, ну если это будет ответка... Да я не верю, что так легко отдадут. Ну смотри, если этот девайсный проигрывают, в теории у атаки... Смотрите, ну, вообще экономика довольно неприятно сказывается всегда, потому что дает 3400. Если ты ничего не сейвишь... У тебя реально бай, эко, бай, эко. И вот боюсь, что если сейчас этот девайс заберут, 7 раундов за КТ при счете 7-1, но это сильное заявление. И пока, ну вот реально, ответки какой-то вот именно стратегической от атаки мы не видим. Еще не нашифровали. Еще не прощупали. Хотя я помню, по-моему, играли же по Valorant Twitch Rivals, и бустер сделали на байнде камбэк. С ребятами какой-то крутой был, по-моему, нет? Я этого не помню. Даже нарезки какие-то были в YouTube, если я прав, в чатике там записывайте. Хорош. Что-то такое вроде было. А пока, в общем-то, 5-2. Вот, вот то, чего, наверное, и ждали. Хотя, опять же, тут больше, наверное, заслуга все-таки со стороны. Значит, что начали где-то поджимать лишний раз, достреляться. Все-таки в Valorant где-то попроще можно играть от позиционки. Чаще пускать соперников в сайт и вот это все. Справа, справа, справа стоит близко. Ну, пока Синди поймала бустера, про еще одного в упоре в курсе. Справа! Это не Twitch Rivals был, но сорян, я просто немножко уже тоже за количеством турниров не заследил. Ну, тут подсейв двух девайсов. Вот единственное, мне интересно, а они в курсе про экономику новую? Али нет? Ну, сейвить девайсы, наверное, выгодно. Но, чтобы вы понимали, да, для тех, кто особо не следит за Valorant, да, после выхода некоторого апдейта, а что так если тихо, ты за КТ сейвишь, ты сейвишь да пушку, ты сейвишь, возможно, армор, но тебе не накидывают деньги нормально, тебе дают 1000. Уже дали, уже в смысле, дали, то есть, если ты... Ты сейвишь пушку, ты не можешь дать дроп человеку, если у тебя не будет финансов до этого. Тебе не накидывают, как в КСе за проигрыш раунда, да, сейф, черканет, дополнительные да, деньги. Ровно 1000. А раньше до... А раньше давали нормально, как и за луз бонус. Угу. И поэтому сейчас не всегда можно сейвить. На экономических зачастую даже нет. Вот это и проблема. Меня. Алло, дверь не смотрит. Так, ну алло, дверь не смотрит. Посмотрим. Так, тут десаут, как раз, кстати, мы там готов, кстати, вот. Опять же, подметили мы один раз, что бридж ульт был потрачен именно на заход, но я один из сторонников, что нужно использовать ультимейт под ретейк, то есть когда уже пачка стоит, опять же, да, в атаке по-другому ты никак не реализуешь особо,
но хотелось бы, наверное, я не смотрю, чуть с ней повременить. Ну и что, Норберт поймал каравая в окне. Неприятно. Смотри, вот так как стоял. Главное сейчас вот, блин, ну, каким-то комом, да, не накатиться. И все-таки этот снежный ком может привести к неприятным событиям. В общем-то, Норберт пока ждет. Причем к нему там просто все идут, посмотри. Там. Очень крепко сейчас будет, прям крепко. Первый есть. Бустер размен, но это пуда. Пытается распарить немножечко атаку. 10 минус от бустера. Вот, вот, пошел бустер, давай. У тебя есть ультимейт. Ты должен, ну, по сути, ты должен его сейчас потратить, потому что раунд действительно важный. И он это понимает. Он забирает еще и Братишкина. А времени мало. Рано! Рано, друзья! Минус есть от стента. 10 секунд. Спайк все еще не установлен. Ставится за дефолтом. Бридж не воспрепятствовал. Два у него. А ультимейт бы. Ну, теперь розыгрыш 2 в 2 должен быть за атакой. По-хорошему, если грамотно позиционку быстро. Девятки лампы был. В сайте уже. Два сайта. Так, стинт 1 by 1. Закрытую. Вот салта, да, бомба в закрытую. А, ульта-то спалит. Вот, видишь, применение ультимейта. Да. В клатчах вообще просто имба. То есть ты уверен, где находится. Да! Ну, на салте она выиграет по стрельбе. Сперма! Не торопимся. Балдёж, да, ебать, я кабины им, бля, разнес. Он в сайте был. Вот, по инфе, кстати, от Вова понятно, да, что произошло. Вы, блядь, немножко поторопились с инфой, плюс не дочекали. А так, да, играем дальше. Ну ладно. Пока счет позволяет еще немножко ошибаться, да и экономика вроде как, но ок, на последний девайс, не в действительности, мы видим там два вандала, да. Что-то фантом. Не, у меня пошло, у меня пиздец пошло. Ну, Слава определенно пошел буст по киллам, сейчас он разогреется, но вот снова приходим к неприятной стенке. Обычно такие стены разбивают сразу же, то есть вот выходят, владевайс, расстреливают, и минус 400 усейдж получается таким образом. Так, а вот строго уже нашифровал выход под Б, причем стинт может его не успеть дочекать, а тот может скрыться, но Братишкин опен. Есть вот тут. Бустер. Кишки. Снова погибает. Сиди, не вылазь. Затишье перед бурей. Строго поймал Норберта. Все-таки да, стинт провтыкал этот момент. И в итоге с разменом атака как раз таки выходит 3 на 3. А еще и минус от десалта. О май. Тут легкий минус для Плакераз, да, по Синди, собственно. Камбэк пошел. Ну вот теперь карта все больше и больше напоминает на самом деле вот Хевен. А подержим. Ревайв 2 на 2, Пока разошелся, но патроны! Вот, кстати, из нерфа бластер у него в руках был, фантом, ну потом сейчас покажет еще раз. Ай-яй-яй, в итоге 5 хп, перезарядка. Анлука. Действительно, анлука. Не, я не стал пробовать. Ой. Четвертый раунд. А что ты стреляешь сразу все? Или так надо? Нет, ну это хотя бы интересно смотреть, потому ты что... Ты ему вроде попал в пузо, нету такого не разгона, счета был, не упал. Да, просто однокалиточная. Нет. Хуйня. А тут как-то а вот... А пузо разве не сотню сносит? Ну и плюс каравая как-то, вот, знаешь, выпал. Если на первой карте он там с самого начала включался, здесь как-то его пока не видишь. Причем... Да, здесь наоборот уже десаут включился в игру. Рейн — персонаж, которого нужно действительно реализовывать. Если в команде Рейна не играет, это серьезный удар. Потому что там как минимум флешки, которые он должен выходить впереди всегда паровоза, соответственно, да. Плюс обилки, которые позволяют не только долго жить, но и скрываться с места преступления, да. Строго нашел синюю. А это уже неприятно. Пуда есть небольшая. Так сказать, возможность зайти, и бустер ультимейт. Попадет ли хоть в кого-нибудь? Да, попадает по Братишкину.
ультимейт брича. Но это уже совсем было как-то жестко. Но Shadow Kick не дочекали. Блядь! И еще и минус от Норберта в КТ. А это переворот в раунде, потому что изначально, да, заходили в преимуществе, но снова как будто бы забыли про баню, но Аимус и Джи очень сильно ее подвел. Десаут строго по фрагу, и вот все. Лампа была. После давно таких очень вот неприятностей Shadow Kick, наверное, расстроится. Все-таки в спину не убить, это опасно. Да. Был бани давно. Меня убил с бани точно. Хорошо. Нейз! Не, у нас... Я думал, это лампы, нахуй, дядь, это баня. Он в бане, блядь. Да, баня, ребята, никому не желаю быть в бане. Ребят, мы типа много раундов отдали уже. Так, отца переплей на два раунда. Сколько? 7 для быстро? Мы за КТ то же самое. Или же все-таки братишкин ответит одним раундом? Не, мне кажется, сейчас будет как раз один раунд за братишкиным. А за тебя, блядь, взлетел. Давай, они, давай, в принципе, вот если так по тинтолку посмотреть, реально понимают, что не так, у них просто вот... Я потратил, пока не удается найти удачного расклада. Вот аркада в бане как раз-таки, строго это дело наказал. А вот это уже совсем беда. Пока проскочил над моликом. Вот, Нерв Бластер, если что. Угу. Там еще 4 раскрасочки, прям вообще сочно выглядит. Ну а синие тут пока с десаутом разменялись, и, собственно, бустер пошел в разнос в КТ. Вот он, 6-й для атаки, а с деньгами я чувствую там... Эх, не все так радужно, бля, наверное. Пиздец, я разыгрался, мужики. Ставлю подо все, бля, просто. Реально Норберт под все, но... не попадает с плантом. Увы. Ох, каравай. Не, ребят, ну это не наш уровень, игроки. Нам надо на чемпионат мира. До смены сторон один раунд. Надеюсь, они сильно не расстроятся, блин. Сильно не расстроятся. Но я не знаю, если бы Вова между играми сказал, что ему в принципе все равно. Наверное, не расстроится. Опа, каравай на рыне с авиком за атаку. Бля, как же в этой игре легко стрелять. Это пиздец. Нереально можно быть топ-1 по стрельбе. Понял? Ну, да, сильно, да, зря смеешься, Марк, в этой игре сильно реально гораздо проще. Но если ты умеешь играть в КС, то все, да, то у тебя уже опыт есть какой-то. Хорошо, на каком уровне умение играть в КС для тебя это реально жестко? Да, типа, может, это 2 КЛа или все-таки какой-то турнир там? Турнир, ну, там? Для меня 10-ка это уже, да. 2 КЛа это хорошо. Вопросов нет. Строго. Поймал синий. Тем временем, снова через ультимейт попытался сделать опен, но тут, кстати, непонятно. Есть опция уйти под А-базу все еще. Но ребята решили душить до конца. Пока подарил, опять же, спайк, да, вот там вот под эльбу. Тачка прокатилась за плеент. Очень тяжело Shadow Kick было стрелять в этом. Дбафи! Норберт! Ну, соло. One by one, братишкин. Против. Десаут. Максимальная тишина. Но опять же, преимущество вандала понятное было до определенного момента. Но теперь вот непонятно. И тот, и другой может пострадать. Флэш-пик. Слушай, ну десаут, по-моему, сам себя сейчас обманывает. Мне очень страшно за него. И это так, но он перестреливает. Ребят, а что с ебочкой, блядь? Ебать. А ведь если обратиться к счету, действительно, 5-1 вели. Да. Фактически, 5-1, хороший. И после этого не взяли ни одного раунда. Вообще. Мне интересно, как сейчас за защиту пойдет. Строго это топ-10 пиздоболов, бля, поразивших человечество, блядь. Стой, блядь. Ладно, вторая пистолетка. Ну, если хотят возвращаться в игру, то братишкину и компании надо брать пистолетку. Оп. Там один сейфовый раунд сверху будет. Уже вот паритет. А там посмотрим. Так, ну, сверху у нас снова немножко наоборот. Сторонами команды не поменялись, только цвета поменялись, если что. Ну, это так. Норберт открывается как раз-таки фука или кальянную, как у нас в СНГ говорят. Прокидывается смока, хороший раскид, сейчас будет заход, есть у нас строго на поинте. Также с длины вроде как был один из саппортов, но собачка как раз-таки летит за плент.
Строга все еще не начекали, поймали в анимации, в итоге Каравай также делает 2 минуса вместе со Строга. Хэт-трик. Строга не прощает. Бля, как Нотбит. Же он ебет. Да, ну вот опять же не дочекали. То есть все опции были, но решили зафокусить одну точку. Не вышло. Не, ну тут уже не было. На морали, думаешь, да? Бля, братец. Без вариантов. Ну, потому что если пистолетку закрывает, это, ну, реальный счет 9-5. Двукратное практически преимущество по счету. А там ошибка, первый девайс на экономический и практически финишная прямая. А там по-разному, универсально. То есть это по настроению. Да не, но я не верю, что они сейчас не включатся. А еще вот насчет форса, кстати, непонятно, да. Потому что если мы вспоминаем первую половину, да, бустер с ребятами, ну, не призвали, так сказать, форсами, да, покупать пистолеты с арморами. Тут как бы немножко другая история, более дисциплинированная игра, но пистолет кастомы все-таки залетает. Я сыграю. Есть пок? Хаедал. Так, ну раз пик ми, да? Хаешечка есть. А задоджили. Хорошо. Пока не потерпели немножечко в атаке по урону здесь. Но не чекать упор очень обидно. Сам себя очень часто ругаешь, что не чекаю эту позицию, но ее критически важно чекать. А там еще и минус 20 строго со спины. Ну, вот то, чего не было у команды Братишкина в первой половине, после того, как они... Ребят, ну тут по домам, ёпта! Вели в счете 5-1. В общем-то, да... Не было поджимов со спины, не было поджимов с Б. Норберт зачастую там стоял и ничего не показывал. Тут же, первый же раунд, да, какой-то, возможность первого для Строга, он запушил Б. Все. И в этом и проблематика пиков. Если не брать там Сайфер и Скиллджой, которые могут контролить спину, у вас нет информации, к сожалению. И придется всегда на это обращать внимание. Что, первый девайс. Строго с флешкой. Мне уже страшно. Так, ТП под бокс. Ага. Откидывается смок. Норберт забрал бустер. Минус 40, минус 40, минус 40. Немножечко не удалось подразменяться здесь. Ок, а тебя, кстати, может, проебали они. Все. Снова тишина. Бустера потеряли, но, в принципе, второго в ТП могут не ждать. Нет, в теории. Зарядов. Хотя, скорее всего, Пока сделал ТП гораздо позже, нежели бустер. Должны были слышать. Вот, поджим длины. Вот, сейчас будет минус. Падает Норберт. И снова неожиданный мув приносит размен. А тут уже 3 в 3 ситуация тем временем. Успели потерять поку, насколько я полагаю, да, СТП. Снова продолжает пушить Б. И также, в общем-то, есть ТП с бафа. Ну, баню в смысле, да, бафом. Десалту нужно жить максимально, у него тиммейт идут в спину. А вот то, что так рано отжимает шифт, игровая может пострадать. О, это просто произошел чок на наших сами глазах. Лука-малука. Вы уверены, это у вас? 2-2. Что-что, пиздец. Один враг. Это все-таки Строго в соло. На Б не могут идти? Убрать бы Братишкина и разыграть. У него все шансы. И Братишкин, куда он в лампу уходит? Ой-ой-ой. Спайк установлен. Так, ну тут Строго. Не успел. Нет, все, теперь есть инфа. А Вова щит в ТП. Ой, какая. Ну, не знаю, будет ли это правильно в смысле говорить. Ой, какая крыса, но все-таки... Портальная хуета, блядь! Ну ладно, раз он сам себя так назвал. Парни, о, парни, меня. Без обид. Шерифа дайте. А, не, дайте спектр. Так что с экономикой. Давай, дигл. А, спектр купились. Спасибо. Раскидывались. Блядь, мне... Да я скинул, держи, иди сюда. Своеобразный риск, давай. Все-таки блядь, экономику блядь, не восстанавливают сразу, и за счет этого, проигрывая этот условный девайс, да, они будут у разбитого корыта. Я беру. Я инфу слушаю первую, быструю. Я ушел на Б сразу, там Пока близко играет, эти баню. Так, Норберт отжимает мид. Опять же, стояла валюта, то есть мы не видим каких-то жестких прям фаст-пушей раундов от Братишкина на их компании. Десаут, в свою очередь, начинается опену. Синди погибает. Неприятно.
Ну, в остальном пока для атаки важно понимать, что выйти в любой поинт все равно будет преимущество, если выйдете вчетвером. Порознь выходить не совсем будет приятно, но 3 бестак это тоже серьезное заявление со стороны защиты. Вот этот ястреб, он просто подсвечивает игроков? Птичка — это флешка, и, соответственно, да, он может ей давать информацию. Выстрел ловит Норберта тем временем в окне, а вот это уже все. То есть есть еще инфа про дыну, потому что Стин до этого здесь раскидывал, и также, по-моему, Шадоукек полился еще до этого момента. Да? Кровай забайтил. Шикарно, размен, но 2 в 4, 30 секунд времени. Определенно стоит уже действовать по плану какому-то. Но под Б выйти вообще, я вот считаю. Вот если бы не оттяжка, конечно, Олмана, а так было бы невозможно. Ага, ревайв в окне. Да, бля! Не залетело быстро. Время. 10 секунд, ТП от Олмана. Есть размен от десаута, Shadow Kick. Строго поймали его из ТП. А вот теперь совсем другая история. Пок в клатче. Он хилится, они вас хилится. Ну, про Вову теперь есть инфа. Пока, если поймает, опять же, Сейджу, да, на эльбу. Ух, это, может, в принципе, можно было бы, да, и с ножа. Ну ладно, забрал в итоге Shadowkeck, один на один против Вовы, но Вова сменил позицию. Батюшкин все-таки сделал все очень грамотно и... Что да ладно? Как ты это просто... Ребят, сори, я пососал. Ну, в принципе, наверное, криты, потому что там быстро не пошло по стрельбе до этого. Кровая в одном из раундов не залетела. Нет, я вообще не понимаю, как он просто развернулся и сразу же... Ну вот с одной, получается, с одной. Да не, прикинь, просто не стрелять бы в него, он не успел. Вообще, да, ты бы просто по времени, скорее всего, выигрывал там. Ну, пососал, получается. Ну, не повезло. Бывает. 10-6. Снова переломный момент, потому что, закупаясь, команда Братишкина снова тоже очень близка к слабой экономике. Там она будет 0, если сейчас проиграют эти вот Force Device. Пока пытается разрядить ульту у нас. Понял. Есть, есть. Ну и вот пушит Вова у нас на ульте. Справа двое на бане. Вообще, как правило, ульту Феникса желательно бы доджить. И вообще не тратить на нее никакие ресурсы. Но Десаут вместе с ребятами решили не иначе. И Норберт, кстати, поборолся неплохо. Сделал 2 размена. Для атаки 3 на 3. Да, блядь! Уже и преимущество. Блядь, как в голову попадает, пиздец. Даже с армором башка треугольносит. Справа может быть лампах срок. Норберт еле живой. Да, не дочекали. Инфа была. Уйди на Б. Кровающий магазин был не резиновый, к сожалению, да, не хватило патронов. Ну все, тут его Норберт на классе. Квадрокилл для него. Я не понимаю, как он не увидел Норберт. Голодная. Там смог, плюс вот как раз таки, если говоришь про момент КТ, да, Норберт спрятался, там выступ. Mm-hmm. И он за углом спрятался, его там не видно. Мы по X-Ray видим его, но там текстура, которая закрывает его углом как раз. Надо вот так. Понятно? Я понял, надо вот так. Я понял. Слушайте, Чацки, а Бустер когда это, альбом будет выпускать новый, не в курсе? Может, он там лейбл какой-нибудь запишет? Ну, скоро трек. Скоро трек, да? Да. Слушай, я тоже слышал эту новость, но я так и не понял, чем это закончилось. Трек-то реально есть? Я не знаю, есть ли он сейчас, но то, что он его готовит, и может быть, он уже готов, просто надо ждать релиза. Ждем релиза, ну все хорошо. У меня даже нет никакого инсайда. Ну вот, ну чат тоже говорят, вроде есть что-то, значит есть. А может быть, это была строка из этого трека? И то, что он сейчас спел? Да. Ну, тогда... Ну, ладно, пока, кстати, 4 в 4. Все еще пытается бороться, да, навязывать все-таки какую-то борьбу. Несмотря на слабые девайсы, также и в защите. Вову очень сильно выхиливает сейчас Скай, но бота надо было взорвать чуть-чуть пораньше, но по ХП пока жив-здоров. Есть минус от бустера, изначально подготовили Вову к урону, бустер 2 кило уже, с револьвера есть. И туда же волк отправляет. Жалко волка, на самом деле. Да блядь! Shadowkeck делает свой размен. Бустер немножко загулял на пленте. Бани его разменяли, но вот как раз-таки Пока включается, и последним остается стенд. Ребят. И снова лоу-бай 1-7. Что, 2 раунда до победы? Неужели это будет в шоу-матче 2-0?
Ну, вполне возможно, я и верил как раз, когда было, когда мы думали про 5 часов. Понятно, да, что я сказал, что в рэй, как у ребят, больше настроено Вэлора. Я понял. Надо вот ну, потому что у нас ребята больше играли. Я понял, игру, да? Я понял. В этом плане согласен. Ну и Десал, 21-8, то есть то, что там было в начале да, первой карты, там не будем вспоминать, да, плохое. Не, Серега включился в игру. Хотя ещё плохой игрок. А я направо дам сразу. Да, друзья, это было 3, отказались, формат был 5, потому что очень сильно задержались по времени. Ну что, вот они вот как раз... Ну, справедливо сказать, конечно. Нихуя ты дал, долбоёб! Я сдал вахуй, дядь! Это так справедливо сказать, друзья. Это было мощно. Ну, это, наверное, самый такой момент. Это эйс, по-моему, по звукам, если я правильно понял. Я сдал вахуй, Игорь! Пиздец, блядь! Пиздец, ебать, мой сырник! Слав, игра еще не закончилась, Слав. Пиздануться, блядь! Я такой хуйни не видел еще. А где наушники-то, блядь? А вот. Я говорю, ебать, да, пиздец, блядь, наушники улетели вместе с ультимейтом, мне кажется. Я кузнечик ебаный, блядь. Бля, ну это было очень жестко. Бля, я эту игру удаляю нахуй. Не, ну зачем, Вов, не удаляй. Ебать его ротик, блядь. Как же я надеюсь, что меня показывали. Нет, Слав, показывали. Это пиздец. Не тебя, но было и с другой стороны нормально. Кошер. Я уже на имя залетаю просто на верном. Тоже. Открывай, открывай мне, похуй. Ну и что? Минус от крова есть. И это мап и матчпоинт, друзья. Раунд до победы. И как уже мы с вами узнали в самом начале этого шоу-матча, минус от крова еще и по шадоу-кеку. В каждой дисциплине, в каждом, так сказать, шоу-матче. Свои 300 тысяч, ну слушай, как сказал Слава, легкие бабки, походу. Ну, видимо, да, все близится к этому. Десаут на контроле. О, как промахнулся! Ну, опять же, авик в Valorant, друзья. Да. Это был авик именно? Да, он оператор, конечно, это со скином. Один из новых скинов перед нерфом, они очень крутые. Пока. А друзья, это что за хуйня? У меня текстуры налипали, вылезла, ну, блядь, самолёта нахуй. Ебать его рот, бля, ебать его. Я верил во фриков. Я думаю, что не только ты верил, да и в чате, на самом деле, спасибо вам, дорогие зрители. Да, действительно, это было круто, поддерживали и 89-й склад, собственно, и фриков. Матч действительно жесткий. Ты чё дал, нахуй? Ты чё дал, ебать? Я сам охуел. Это пизданул. Пизда, у меня в конце, кстати, кто меня ёбнул последнего? У меня, короче, такая, типа, бомба. Бомба ебаная на весь экран вылезла, я охуел. Ты раскрыл, блядь, что ли? Главное, что мы Virtus.pro выебали, похуй. Алло, блядь, молодой, блядь. После такого, блядь, я уже понял, что пиздец уже, блядь. Ты слышал, что я сказал? У меня бомбу растянул на весь экран, когда ты ебал отдал. Я такой, чё нахуй? Пойдем быстро, я не знаю. Я хочу поебаться перед аналитиками. А может, не надо, Слав? Ну мы же ж... Мы же ж не виноваты, что... Скажите честно, вы смотрели за мной в тот момент? Да. Я могу тебе сказать так. 4 минуса было сделано с кадров именно как люди стоят. К сожалению. Не, это охуенно. Было не твоего лица, но... И, знаешь, вот если были веб-камеры, я чувствую в тот момент там... Это блядь, нет, типа, я ему ору, короче, во время катки. Говорю, ебать, ты чё, долбоёб, ты чё дал? Он такой, да я сам охуел, блядь. Пиздец, вообще, у меня аж ручки стряслись. Не, это всё слышно было. Это было очень красиво. Это пиздец. Жестко, жестко. Ты чё, блядь, игра жизни, нахуй, походу, дядь. Бля, брат. Слушай, чисто бабки, чтобы не отдавать, понял мне, блядь. Честно, Валурик ебут. А, слушай, реально, получается, если они у вас выиграют 300, и у вас как бы плюс 300, получается... Да это все равно, да, он может не отдавать, получается. Нет, так не работает, в смысле? Это шутка, блядь. Я что-то сейчас подумал, так же нечестно, это они же выиграли. Ты же своим кентам, получается, должен сыграть. Да, что-то я затупил бы. Я думал, сложная математика, ладно. Хорошо, я уже очень много интересных слов от тебя про эту игру услышал, Вов. Да-да-да. Все-таки удаляем, да? Да-да-да, а там слышно было? Да. Да не, после того, что вот этот дал, я такой, я ее нахуй удаляю. Нет, это рейс, вот такой вот герой, но на самом деле, типа, обычно просто, если видят ульту рейзы, они знают, что это будет такой пуш, как у Славы. Бля, да я даже не видел, нахуй. Никто не видел. Никто, там только один кент видел, он убежал сразу, я прилетаю. Вы когда тап нажимаете, там же пишут, что та готова. А ебать, мы тап еще? Ну, короче, блядь, много механик нужно знать. Так, резко, ну, попроще, конечно. Давайте вместе с вами посмотрим хайлайты, заодно обсудим игру давайте в целом. Давайте вы... бустера только включайте нам. Да я думаю, что там все будут. Там. А там я буду? А, я не знаю. У тебя, кстати, на банде тоже было круто все. Ну, опять же, пистолетка мне довольно странно, знаешь, показала, что вы не дочекали строго как-то. Ну, вот.
Строго, блядь, мы потом ему пизды давали. Это человек-телепорт, я ему орал. Ты заебал в телепортах сидеть, типа. Слушай, получается, третья заруба в Майнкрафте будет, блядь? Да думай, либо танки, блядь. Либо Майнкрафт, блядь. Best of 3, блядь. Не, ну танки, мне кажется, это какой-то спецвент. Так, блядь, охуенно. Танки — это такой дополнительный вент, блядь, знаешь. Ну, моё, моё показали, блядь. Ну хорошо, блядь. Давайте вот так. На Хевене заруба была с самого начала, плюс вот в конце как-то игра под... Ой, вот этот момент, кстати, хороший, блядь, я помню. А, не, ну, тот Норберт минус 20 дал. Показал. Я просто что хотел спросить, вам какая карта больше понравилась? Хевен или вот эта? Бля, мне все нравятся вот эти первые карты. Вот смотри, вот это, смотри, смотри. Вот смотри, нихуя я. Ебал, не даже сплит тебе нравится. Бля, мне все нравится. Вот тут, кстати, в этом моменте, где бустер разъебал, сказали, что он убежал в портал и пиздец. То есть была. Звуки все есть. Нихуя вообще. Я даже не слышал, как, например, на первой карте мне чел свалился с балкона. Я вижу, он просто появился. Фиха, нет, кстати, говорил, что у Кравая была как раз скилл знаний, он на нем быстро перенадает и без звука двигается. Слова экономики. Ну, это опять специфика, ничего. Словами разбрасываться не надо, блядь. Но опять же, если говорить на чистоту, вот эта карта прям максимально у вас получилась, несмотря на то, что да, ну вот было видно, что изначально там вообще вас разносили. Доту против слов. Доту? Как же нахуй доту? По доте я уже планировал мероприятие. Ну, еще не дополнительно. А ты умеешь маван играть? Нет, вообще, дядя, такой вообще. Ну мы там, бля, вообще, мы с дотером именно запланировали. А, ну тогда заеблок. Так, хорошо, короче, третью игру мы определились, будет Майнкрафт во следующий, да? То есть вы анонсируете, да, третья, 100%. Третья моя... Да это вон начальник-то, шеф, вот. Ну, это, если ты сейчас согласишься. Ну это в январе там. Что ты там, блядь, наберешь нахуй каких-нибудь майнкрафтеров, да, с бутылками, блядь. Не, не, чисто вот своих пацанов захвачу. Не, а у вас, кстати, в вот момент был, блядь, ну что-то как-то. У вас, ну мы ЕС не досмотрели, но минус 4 там довольно. У нас трансляции было, короче, на заклип. Блядь, пиздец вообще, ёбнусь. Повторки я не знаю. И просто как бы вопрос в том, что у вас все шоу-матчи в одном составе проходят, то есть вы не меняете команду. Не, чуть-чуть изменили. Пока съебался, блядь. Да, да, они Пока специально перепикали к себе в сквад, чтобы, блядь, он целый день делал, братанчик, не пасил. Ну, я бы не сказал, что на самом деле. Или Пока сверкал сегодня, например. Пока, да, сосал сегодня. Ну, он играл средненько, но опять же, я просто смотрел его вчерашний стрим. Я говорю, Десаута сегодня, блядь, игра жизни была, это нет, честно. Нет, Десаут, Валор, бля, мы все, честно, вот я изначально знал, что это вот разъебка. Если в КС, знаешь, да, типа, да, блядь, я тоже шел, типа, я если честно, в КС уехал. Знаешь, что прикол? Думал, мы тоже разъебем. Мне говорят, Вован, пойдем, бля, да мы участвуем. Я говорю, бля, ребята, нахуй, ну, не, ну Лоран же этот, ну... Думаю, знаешь, никто не играет у нас. Не, мы играем, пойдем, что ты отказываешься? Я такой, ладно, пойдем, блядь. 24 числа сижу. Вован, ты завтра во сколько едешь? Я такой, куда? Мне говорят, так, мир завтра по Валоранту. Господа, за чеком, да, идем? За чеком на сцену идем? А, точно, ебать, погнали. Господа, давайте. Давай, 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 распилим. Так, а что твое это, блядь, я могу посидеть. Ну, ты можешь сходить, так, а, ну тебе-то за чеком и не, да, надо, мне, да? Мне не надо за чеком. А ну, прошлый, наверное, раз, да, чек... Давайте на сцену, тогда, раз уж мы там. Вроде как, ребята, приходят. Еще музычку наварили, да. Не, ебать, пацаны, балдеж вообще. Ой, блядь, сейчас приду, подожди. Пойдемте на сцену, команда. Да, команда, наверное. А вы нам, пожалуйста, поаплодируйте, чтобы мы себя чувствовали победителем. Нихера себе. Не, пока здесь. Пока здесь. Ну нормально, балдеж, слышь. Солидно, да? Да. Я ебал, блядь. Надо, чтобы тёлка полуголая. Так, фулстак, Слав, чё ты один-то на сцену прыгал? Ой, ребята, блядь. Ну, фулстак. Спасибо. Команда, попрошу вас, это не только моя победа. Это хотя ебал победа, я жестко. Да. Ну ладно, в принципе, я жестко только ебал. И давай, давай, идите, Слава, не стесняйтесь, блядь. Блядь, чтобы долбоёб разложился, нахуй. Ребята, блядь. Не, ну режиссер, команда, можно и аплодисментов навалить, наверное, да? Монтажить. А то, что надо стоять вообще и как-то работает. А это типа на фотку, блядь, сфоткайте на аватарочку у нас. В инстаграме там отметьте, блядь, красиво сделайте все. Балдеж, блядь. Следующая игра в Майнкрафт. Безусловно, заслуженно. Вы что, расстроились, что ли? Вы что, долбоебы? Нет, там Майнкрафт. Да. Ой, блядь. Не, мне похуй. Я думаю, нас фоткали уже там, все-таки скрин быстро делать. А, не, я не видел. Ну что? Сидел свою игру играл. Пока не знаю, товарищ режиссер. Ну алло, что, ебло, сделайте, порадуйтесь, блядь. А похлопайте. Ой, блядь. Ты что сделал? Ёб, не, нормально, блядь. Слав, закрывай. Все нормально. Заканчиваем трансляцию, Слав. Ребят, спасибо большое, что посмотрели этот стрим. Я не знаю, понравилось вам, там не понравилось. Пишите свой фидбэк, так сказать, свои отзывы. Ну, я кайфанулся, честно.
А, про комп, конечно, скажу. Про комп. Как про такой приятный комп не сказать, ребят? Спасибо Invasion Universe за то, что нас поддержали балдежными охуенными компьютерами, которые выдавали нам балдежные охуенные FPS, так сказать. И реально кайф был, очень приятно было играть, полнейшее удовольствие. Вот, ребят, так вот, вернемся. Бля, я кайфанул, пиздец, пишите, как вам, и ждите 27 числа шоу-матч против Virtus.pro на лане в 19:00 по Москве. Здесь же, но рубочка чуть другого уровня в CSGO. Мы готовимся, мы будем ебать. Солидно.